Окей, давайте начинать. У нас сегодня с вами мероприятие «Бизнес-практикум» на тему 11 способов, как можно увеличить прибыль, собственно, в вашем бизнесе. Поднимите руку, ребят, пожалуйста, те, у кого сейчас вообще нету бизнеса, но вы хотите что-то запустить, что-то начать. Ага, отлично, супер. А у кого есть какой-то бизнес, любой? Отлично, супер, 50 на 50. Вот, контент на самом деле будет полезен как людям, которые только планируют что-то запустить, так и уже и действующим предпринимателям. Давайте чуть-чуть проверим связь. Как меня сзади слышно, ребят? Нормально? Супер? Окей. Отлично, поехали. Что мы сегодня узнаем? То есть вообще сначала я расскажу вам план мероприятия, потом немножко познакомимся, расскажу про себя, вообще кто я такой, почему я здесь стою, что за компания и тому подобное. Поднимите руку, пожалуйста, те, кто первый раз меня вообще видит, слышит, пришел на мои мероприятия первый раз. Отлично, видите, 95% людей или даже 98% видят меня первый раз, поэтому обязательно познакомимся чуть-чуть позднее. Вот. Сегодня вы узнаете, в самом начале я вам дам 6 способов, как можно увеличить прибыль в своем бизнесе, то есть вначале поговорим об этом. Затем расскажу про то, как можно привлекать от 100 клиентов, потенциальных клиентов в месяц с помощью такого инструмента, как видеомаркетинг. Да, это очень крутой инструмент, я полностью разложу его вам по полочкам. Вот. Следующий инструмент или блок, да, это как зарабатывать на Инстаграм. То есть расскажу не просто, как настраивать там какую-то рекламу, а именно конкретно, какие ошибки допускают люди, почему реклама не работает, либо что необходимо делать такого, чтобы она, в принципе, изначально правильно работала. Да? Поговорим про психотипы людей и тому подобное. И далее я вам расскажу про нашу 7-недельную программу «Монста». То есть это та программа, с помощью которой люди в рамках нашей школы образовательной открывают свой бизнес с минимальным каким-то ресурсом, с опытом, без опыта и тому подобное. И в то же время действующие предприниматели увеличивают свою прибыль в среднем в 3-4 раза. Вот, это будет, ну, как бы чуть-чуть где-то в середине. Поднимите руку, ребят, пожалуйста, те, кто уже слышал и знает, что у нас есть такая программа «Монстр», у вас, может, ваши друзья учились. Отлично. Небольшое количество людей, остальные не знают, поэтому обязательно расскажу. И обязательно в конце мы продолжим с вами, то есть у нас еще будет контент. В конце я вам расскажу про дополнительные, ну то есть полностью 5 способов. И в общем вы получите сегодня 11 способов, как можно увеличить прибыль в своем бизнесе. Вот, отлично, поехали. И обязательно, конечно, ответ-вопрос, блок, он всегда традиционный. Поэтому если в течение мероприятия у вас возникают какие-то вопросы, вы их записывайте, зададите, ну мы как-то с вами поболтаем. Если же вы уже пришли сюда с каким-то вопросом, то же самое, обязательно поднимите руку, мы с вами как-то побеседуем. Чего сегодня не будет? Я заранее прошу прощения, у меня очень сильно сел голос, я заболел на днях, поэтому если я иногда делаю вот так вот, это потому что у меня сел голос, да? Вот, чего не будет сегодня? Сегодня не будет первое, это какого-то теоретического контента. То есть все то, что я даю вам, это все либо применяем непосредственно мы, либо это непосредственно применяют наши студенты, ученики. То есть все это работает, это все рабочие инструменты. Сегодня не будет каких-то волшебных таблеток. Важно понимать, что все, что я вам дам, сегодня инструменты маркетинга, продаж, управления, все это необходимо внедрить в первую очередь в свой бизнес. То есть просто так, знаете, я не буду вам со сцены обещать про то, что вы сейчас разбогатеете, станете миллионерами, миллиардерами или что-то еще. Нет, после мастер-класса у вас не прибавится денег ни на миллиметр, ни у кого, пока вы не примените все то, что я дам. То есть только после того, как сделаете, есть эффект. Ну и разумеется, сегодня не будет какой-то глубокой личной работы. Важно понимать, что мероприятие ознакомительное, оно бесплатное, и сегодня будут, ну, базовые, действительно рабочие инструменты, они эффективные. Но для того, чтобы погрузиться уже детально в какую-то вашу там ситуацию, проблему, трудность, для этого у нас есть другие программы, которые вы можете дополнительно потом приобрести или ознакомиться с ними. И, разумеется, в рамках этих программ уже будет работа с вами происходить персональная. Бизнес-практикум подходит для следующих людей. Это если вдруг у вас нет бизнеса, и вы только планируете его начинать, возможно, не хватает опыта, решительности. Если вы открыли бизнес, но не знаете, как расти, не знаете, где взять клиентов, ну и, собственно, для всех тех людей, которые уже давно имеют бизнес, но уперлись в потолок. Есть такие, которые уперлись в потолок, и доход не растет уже долгое время? Да, супер, отлично. Вот, собственно, и третья категория людей тоже здесь присутствует. Ну и как получить 100% от выступления? Потому что можно получить 10%, а можно получить все 100%, да? Первое, необходимо, как я уже говорил, убрать все отвлекающие факторы, то есть не переписываться в WhatsApp, не ковыряться в Instagram, не отвлекать соседа, не разговаривать, не выходить желательно, потому что вы отвлекаете сразу других людей, да, то есть раз вы уже сюда пришли, то вам максимально включиться в процесс, вот, и тогда вы будете в моменте. Искать не изъяны, а пользу, то есть фокусироваться не на каких-то моментах, которые вам не нравятся, там, сосед не нравится, там, я не нравлюсь, еще что-то, то есть фокусируйтесь на пользе, которую я пытаюсь вам донести, потому что если вы захотите увидеть здесь пользу,
вы увидите пользу. Если вы захотите увидеть здесь изъяны и минусы, вы найдете, ну, разумеется, минусы. Да? То, что ищешь, то и найдешь. Третье – это быть вовлеченным на 100%. То есть, когда я прошу вас поднять руку, это не значит, что мне прикольно ваши руки поднимать, а потому что, когда вы участвуете, то есть поднимаете руку, вы прям в процессе, не просто наблюдаете, а вы пропускаете через себя все то, что я говорю. И, разумеется, в таком случае у вас откладывается, ну, больше информации, и это тоже, ну, очень важный такой момент. Поднимите руку, ребят, кто будет вовлечен на 100%. Вот. Супер, супер, отлично, спасибо. Четвертое – это записывать все свои вопросы, потому что в конце будет блок «Ответ-вопрос», как я уже говорил, в процессе мероприятия. Если у вас что-то возникает, не тяните руку вот так вот, а запишите вопрос. Обязательно я на него отвечу, я вам обещаю, то есть, как бы, ну, главное, запишите его, чтобы не забыть. Ну и, разумеется, для того, чтобы вы максимально как-то раскрылись, раскрепостились, нам необходимо с вами познакомиться, да? Окей. Зовут меня Артем, мне 29 лет, на текущий момент я предприниматель, основатель компании Monster Business, это образовательный проект. Вот. Немножко цифр обо мне, которые, возможно, будут вам полезны, интересны. Вообще, за свою предпринимательскую деятельность я прошел более чем 40 различных программ по бизнесу. На свое бизнес-образование потратил более 100 тысяч долларов, обучил уже на текущий момент более 3 тысяч человек, из которых 527 человек в среднем работали со мной именно в личном наставничестве. То есть это люди абсолютно из разных сфер: производство, товарные бизнесы, оптовые компании, розничные компании, услуги, бьюти-сферы и тому подобное. А средний прирост моих учеников – это в 3-4 раза, и максимальный результат моего студента – это контракт на 100 миллионов, который он подписал в рамках моего обучения. Да, он работал с углем, с Карагандой, и вот, в общем, так вот вся эта история произошла. Но не все вот так вот было, как вот сейчас, да, то есть это все цифры, это все слова, и этому можно, в принципе, не верить вот так вот со сцены, потому что любой может об этом, в принципе, сказать. Поэтому давайте я уделю буквально 7 минут тому, чтобы хоть чуть-чуть рассказать предысторию вообще, как это все начиналось, откуда я вообще родом и тому подобное. Я вообще родом с небольшого города Зыряновск, 50 тысяч населения, это ВКО, Восточно-Казахстанская область, это вот я, деревня у бабушки, корова, вот это тоже была наша. Кто с Восточного Казахстана тоже? Да. Вот, собственно, это я. В возрасте 4 лет семья переехала в Алмату, вот это, собственно, я. И я проходил такой же обычный путь, как вы, учился просто в школе, все было достаточно стандартно, ничего такого сверхъестественного. Учился в школе, вот это я с отцом. Жили мы достаточно, ну, относительно, не скажу, что, как бы, может быть, бедно, но точно не супер хорошо, то есть, ну, ниже среднего, наверное. Вот это наш дом, на крыльце моего, ну, с моим отцом я стою, это я собирался, собственно, в школу. Вот. Я, так как из обычной непредпринимательской семьи, никогда в жизни не думал, что буду предпринимателем. Вот у кого, кстати, был такой ковер? Поднимите руку. У кого был ковер? Да, вот. Вся сила в ковре. И я никогда в жизни не думал, что буду предпринимателем. То есть просто рос в обычной простой семье и думал, что буду работать, ну, на наемной работе, как, в принципе, мои родители. Потому что мне транслировали это родители, и как-то у меня даже других каких-то мыслей не было. Вот это, собственно, я тоже на входе у себя дома. Видите, какой у меня интересный лук, вот, да, там, ну, вот, в общем, это тоже я, вот, это учился уже в университете, то есть просто обычный простой пацан, парень, наверное, такой же, как вот вы, ну, большинство из вас, 98% вас. Затем я устроился администратором в центр развлечений Next, вот это, собственно, я стою, кто знает, центр развлечений Next, там, где PlayStation, компьютеры и тому подобное. Вот, тогда у них было в Prime Plaza, в 21 год мне тогда было, я работал администратором центра развлечений Next. Но, видимо, так судьба все-таки сложилась, какие-то внутренние амбиции у меня были и все такое. Так как у меня была жесткая нехватка, ну, там, шмоток, одежды, крутых девчонок, меня прямо это очень сильно убивало, угнетало, я очень сильно завидовал тем парням, которые там ездили на каких-то машинах, водили девчонок куда-то, да, там, хорошо одевались, мне это очень сильно угнетало, у меня образовались определенные комплексы, которые следовали, ну, тому, что мне нужно развиваться, я хочу путешествовать и тому подобное. И в 22 года я настолько запарился, настолько мне это все задрало, я понял, что нужно что-то менять в этой всей истории, и я решил делать бизнес. Когда я сказал о том, что я хочу делать бизнес, родители сказали: ну, ты идиот, потому что они не знают, что такое бизнес, для них бизнес – это что-то невероятно сложное, недоступное и тому подобное. Но несмотря на все это, то есть несмотря на все барьеры, на все отговорки, на все то, что никто меня не поддерживал, я все равно, в принципе, этот бизнес запустил. В 2013 году, то есть это, по сути дела, сколько, 6 лет назад, я привез первую партию товара с Taobao. Я также находился в поиске ниши, как большинство из вас, перебирал разные ниши, думал, займусь футболками, займусь там продажей айфонов. Но однажды за одним вечером дома моя сестра сказала, что
у ее подруги, тетя, работает в секс-шопе. И хозяйка заколачивает нормальные бабки. Другой, может быть, кто-то бы пропустил это мимо ушей, но я не пропустил это мимо ушей. Я в тот же день залез в Taobao и посмотрел, сколько себестоимость интим-товаров. Я увидел, что это достаточно маржинальные товары, на которых можно делать накрутку там 400-500%. Таким образом, я запустил эту нишу. Моя первая ниша была — это продажа интим-товаров. Да, это вот так вот достаточно неожиданно. Я привез эту первую партию с Taobao обычно через посредника, то есть ничего такого сверхъестественного не было. Хранил я это все дома, мама была в шоке, наверное, несколько лет. Вот. Ну, как бы это вот так, да? Так как не было огромных бюджетов на рекламу, я создал страницу ВКонтакте. Вы можете ее даже сейчас найти. То есть я проявил немножко находчивость и понял, что у мужчин это покупать не будут, никакое эротическое белье. Я назвал женщину Анжела Асанова. Вот. И ко всем просто добавлялся в друзья. Вот, это вот, собственно, страничка. Вот первый пост вышел 17 июня 2013 года. Эта страница до сих пор есть, вы можете ее найти. ВКонтакте просто потерял актуальность, как бы, и сейчас, ну, нет смысла во всей этой истории. Так как у меня не было бюджетов, разумеется, любой бизнес зарождается с чего-то маленького. Я был сам продавцом, сам был курьером, сам был кладовщиком, ну как кладовщиком, да, в смысле, был склад там дома. Был СММщиком, фотографом, то есть я сам фотографировал, ну, все это, фотошопил, вставлял в сайт, писал текста, то есть все делал сам. Днем я развозил заказы, а вечером уже изучал рекламу, наполнял сайты и подобное. То есть, ну, это нормальная история, то есть я поднимался по факту так же, как и большинство, вот, кто здесь предприниматель есть, они меня понимают. В первый же месяц я уже вышел на прибыль $1000, так как маржинальность была достаточно хорошая, то есть 300-400%, мне это позволяло примерно процентов 100 из этого реинвестировать в товар, то есть расширять ассортимент, а все остальное забирать себе, собственно, в карман. Вот. То есть бизнес так пошел нормально, я начал зарабатывать уже где-то $3000, через полгода я открыл свою первую розничную точку, нанял продавца, курьера, ну и, в общем, вся эта история закрутилась нормально. В 2014 году я открыл еще одно бизнес-направление, тоже связанное с e-commerce, это продажа домашнего текстиля, это постельное белье, одеяло, подушки, покрывало и тому подобное. Вот так это все, собственно, выглядело. Для того, чтобы подтвердить какими-то пруфами, это вот есть аккаунт Monroe.kz, здесь есть пост от 10 декабря 2015 года, где я пишу о том, что меня зовут Артем, я просто хороший парень и бла-бла-бла, и, в общем, знакомлюсь с тем, что я основатель данной всей истории. Можете, это тоже пост есть, существует, его можно поднять. Еще тогда, в 2016 году, я работал с Мамаситой, которая тогда была немножко другая. Вот это 2016 год, кто знает Мамаситу? Ну, не все, конечно, вот. Тогда мы начали уже работать с блогерами. Ну, в общем, вся эта история закрутилась, завертелась. Тогда уже я понял, что мы работали по всему Казахстану. Тогда я понял, что в товарном бизнесе есть только два главных рычага. Это первое, это ассортимент, когда у тебя широкий ассортимент. И второе, когда у тебя много трафика на сайт. Когда ты умеешь делать много посещений на сайт, у тебя будут клиенты. Тогда я понял, что мне нужно изучать маркетинг, да? И чтобы, ну, зарабатывать много, необходимо научиться много продавать. Именно тогда я поднял очень сильно свои компетенции в продажах и компетенции в маркетинге. И начал очень плотно в эту всю историю погружаться. И поэтому именно сейчас это позволяет нам собирать огромные залы людей. У нас только в отделе маркетинга 6 человек. Мы ежемесячно тратим на текущий момент $20 в месяц на маркетинг, чтобы вы понимали. Вот. Летом 2017 года родилась компания Monster Business. 20 тысяч, в смысле, а не $20. Да? Вот. Летом 2017 года родилась компания Monster Business. То есть накопил я определенный опыт в маркетинге, в продажах. У меня был финансовый результат, и я понял, почему бы не запустить еще одно направление. Я понял, что это направление, во-первых, интересное, маржинальное, рынок растущий, в этом есть. И самое интересное, что мне это нравится, у меня это получается. В 2017 году родилась компания Monster Business, и если вначале к нам приходили достаточно только такие начинающие предприниматели, то сейчас у нас учатся как начинающие предприниматели, так и достаточно крупные бизнесы. Приведу парочку примеров. Например, Асказан, кто знает, сеть Лагман-центров. Кто знает, да, Лаглана, это тоже наш, мой кейс. Мадам Шанталь, оптовая продажа чулочно-носочных изделий, кто знает, может кто-то знает, да. Больше миллиарда оборот ежегодно. Альянс Тек, грузоперевозки Россия-Казахстан, кто знает, есть кто знает, да, супер. Фифочка Nail Art, сеть ногтевых студий, плюс обучающий центр. Кто знает Колю Погуляеву? Да, тоже мой, собственно, кейс. Строим дом, строительство коттеджей, домов, кто-нибудь может видеть их рекламу или просто знает, да. Лишь Клинсберг Казахстан, официальный дистрибьютор материалов Роснефть на территории Казахстана. Очень крупные ребята, почти по 2 миллиарда оборот. Кто их знает? Есть кто знает? Может, кто-то с ним работает? Нет, никто не знает. Окей, супер. Ну и гардероб, сеть бутиков одежды.
всякие бижутерии и тому подобное, нижнее белье. Вот, отлично. И еще плюс различных предпринимателей, которые работали со мной в личном наставничестве. Это я вам все показываю для того, чтобы вы понимали, что у нас учатся как новички, ну то есть люди там с каким-то минимальным опытом, так и учатся уже достаточно крупные предприниматели, которые понимают, что мы можем им дать и прокачать их в маркетинге и продажах. Мы можем вывести их бизнес, их прибыль ну, на новый уровень. Да, именно поэтому они к нам приходят. Несмотря на все трудности, которые были у меня в бизнесе, там, сложности, трудности, нехватка денег, хейт постоянный, сопротивление, команда там подводила, да, где-то там сложности, ответственность дополнительная, деньги терял, деньги получал, привлекал инвестиции неправильно, под неправильный процент и тому подобное. Несмотря на это все, бизнес дал мне самое главное, это финансовую свободу. Это то, ради чего вы, в принципе, все сюда пришли, и это самое главное, наверное, ради чего делают люди бизнес. Я начал много путешествовать, покажу вам буквально несколько фотографии, мы с вами перейдем к контенту, да. Начал много путешествовать, точнее, могу сейчас себе позволить, это Куала-Лумпур, Сингапур, Доминикана, Дубай, тоже Дубай, Филиппины, что тут еще у меня есть, Казбеги, Грузия, Мальдивы, это что-то в Азии, не помню. Мальдивы, я очень долго мечтал вот здесь вот отдохнуть на вот этих домиках, 15 тысяч долларов потратил за 7 дней отдыха на Мальдивах. Купил себе хорошую машину, жене купил хорошую машину, отцу все у меня нормально, прекрасно. И самое, что меня радует, что мой маленький прекрасный сын, 4,5 года, живет совсем по-другому, нежели жил я. Вот. Вот на этой прекрасной ноте я, в принципе, закончу свою историю о жизни. Можно похлопать. Кто бы из вас хотел получить мощные, крутые подарки в конце? Кто вообще любит подарки? Кто любит подарки? Отлично, да. В конце у вас будет возможность у всех получить 5 крутых, мощных подарков. Сейчас я вам покажу. Это не какой-то маркетинговый ход, ребята, не надо думать. Реальные подарки, ну в смысле на халяву. Вот. Первое, это 33 способа увеличить конверсию вашего сайта. То есть этот файл, где вы сможете взять различные 33 лайфхака, как можно увеличить конверсию сайта, то есть это крутой файл. Список из 2000 ниш, то есть у тех, у кого людей нету сейчас ниши, вы можете взять этот файл и подчеркнуть для себя идеи. Третье. Как провести идеальное собеседование, то есть как нанимать людей, какие вопросы им задавать, то есть определенный такой чек-лист, который тоже будет вам полезен. Чек-лист по выявлению ошибок в работе компании, то есть заполняя чек-лист, вы можете понять, ну, как бы определенные нюансы, минусы своей компании, то есть файл тоже бесплатно. Ну и пятый файл, эффективно ли вы делегируете полномочия, то есть тоже заполняете чек-лист и понимаете свои как бы ошибки. Кто бы хотел эти файлы получить, кого заинтересовали реально? Супер, отлично, круто. В конце мероприятия, после блока вопрос-ответ, у вас будет возможность получить эти файлы бесплатно, абсолютно всем, то есть вообще без каких-либо подводных камней. Каждый из вас может забрать эти файлы, скачать их, там, не знаю, передать друзьям, ознакомиться, они с вами навсегда останутся. Поэтому очень важно досидеть до конца мероприятия, ну, чтобы эти файлы получить, это очень важно. Окей, итак, поехали. Традиционно мы начнем с того, что я вам расскажу, с чего начать вообще в принципе бизнес, потому что здесь есть 50% аудитории, те, которые пришли ну, с нулем, да, а потом мы перейдем с вами к 11 способам, как увеличить прибыль в своем бизнесе. Окей. Все, что я даю, ребят, все, что я говорю, я рекомендую записывать, если нету сейчас блокнотика с собой, ну, достаньте телефон и, ну, конспектируйте куда-то в телефон, потому что когда вы это все пишете, как-то фиксируете, у вас в голове откладывается, ну, гораздо больше, да. Окей. С чего начать бизнес? Поднимите руку, ребят, пожалуйста, те, у кого вставал такой вопрос, как найти нишу, вот, за что бы зацепиться, с чего бы начать, вот, как взять клиентов и тому подобное. Супер, отлично. Давайте об этом поговорим. На самом деле этот вопрос такой очень важный. 60% успеха в бизнесе зависит от правильной бизнес-идеи. Поднимите руку, ребят, пожалуйста, те, кто из вас замечал такую штуку, что вот один и тот же бизнес у двух разных людей имеет абсолютно разные результаты. Кто видел? Вот, это важно. Это говорит о чем? О том, что ну, нельзя просто так вот нишу вот так наобум выбирать, типа вот у него получилось, у меня тоже получится. Не обязательно. То есть мы все индивидуальны, это важный момент. И 60% успеха в бизнесе любого человека в первую очередь зависит от правильной выбранной бизнес-идеи. Поэтому давайте об этом мы сейчас с вами поговорим. То есть какой вектор смотреть, куда, в какую сторону и тому подобное. Но прежде чем я вам расскажу про 3 способа выбора ниши, нужно ответить на 2 главных вопроса. Первый. Когда вы начинаете бизнес, или даже если у вас уже есть сейчас бизнес, вы должны всегда задать себе 2 вопроса.
Первый вопрос – это какую проблему решает мой бизнес? То есть там, где есть проблема, есть деньги. Давайте приведу вам пример. Кто знает такой бизнес – продажа фруктовых букетиков? Вот фруктовые букетики, кто знает, да. Как вы думаете, есть ли там какая-то глобальная проблема у этого бизнеса? Вот, какую проблему решает? По факту нету. Он решает мизерную проблему, что если тебе нечего подарить, подари, ну, уникальное это фруктовый букетик, так? Но эта проблема настолько глобальная. Как вы думаете? Конечно, нет. Поэтому за эту историю будут платить, во-первых, мало, а во-вторых, ее будут редко покупать. А теперь давайте возьмем другой бизнес. Лечение алко, нарко там и какой игромании, ну, вот, игрозависимости. Как вы думаете, в этом есть проблема? Конечно. Как вы думаете, люди готовы будут платить много за то, чтобы от этой проблемы избавиться? Конечно. Вот этом-то и вопрос, что когда есть проблема у бизнеса, то есть проблему какую-то он решает, за эту услугу или за этот товар люди готовы будут платить. Это очень важно. А здесь понятно, ребят? Кому здесь понятно? Здесь понятно. Хорошо. Это первый вопрос, на который вы должны себе отвечать. Там, где есть проблема, есть деньги. То есть напишите прям себе вопрос, какую проблему решает мой бизнес. То есть вот если вы сейчас хотите что-то запустить, вы должны знать на этот ответ. Если нет острой проблемы и он ничего не решает, я вам сразу говорю, не рекомендую этого не запускать, этот бизнес. Дальше. Второй вопрос, на который вы должны всегда себе отвечать, ну то есть перед тем, как запускать, или если вы имеете, это кто ваш клиент. Я не рекомендую запускать те ниши, где не капиталоплатежная целевая аудитория. Например, портмоне для студентов. Как вам ниша? Так себе. Почему? Потому что у студентов нет денег в большинстве своем. А почему, например, детские товары, детские игрушки, детский сад – это огонь ниша? Потому что родители – целевая аудитория, и они от себя лучше отберут, но ребенку дадут. Понимаете? Поэтому вы должны понимать, кто целевая аудитория моего бизнеса. Поэтому, когда люди запускают что-то для тех людей, у которых нет денег, ну то есть в большинстве своем, априори ваш бизнес не будет приносить вам бабки, потому что у клиентов их нет. Понимаете логику, ребят? Это очень важно. Это очень важно. Вот, хорошо. Теперь я вам дам три главных направления для выбора бизнес-идеи. Фиксируйте обязательно. Поехали. Первое. Первое направление – это навык. То есть если вы встали на путь выбора ниши, выбора бизнес-идей, то первое, о чем вы должны подумать, это навык. Что такое навык? Это когда вы имеете какую-либо компетенцию в том или ином. Например, вы музыкант, юрист, бухгалтер, не знаю, там, дизайнер. Кто еще есть в зале? Давайте с вами поболтаем. Кто в зале есть? Айтишник, супер. Парикмахер, огонь. Еще? Видеооператор, супер. Косметолог, отлично. Кондитер, огонь. Вы мебельщик, супер, супер. Еще? Риэлтор, огонь, строитель, супер. Еще? Агроном, отлично. Еще, ребят. Дизайнер, отлично. Еще? Преподаватель, почему? Английский, супер, ага. Еще? Кто? Бухгалтер, отлично. Еще? Архитектор. Реклама, это, ну, как-то абстрактно слишком. Ну, надо навык какой-то узкий. Еще? Продажник, ну тоже, это больше опыт, а? Детейлинг? Супер, отлично. В общем, навык – это компетенция, которую вы заработали, там, не знаю, на протяжении своей жизни, год, два, 10 лет потратили на это. Я очень сильно рекомендую вам, если у вас есть навык, обязательно бить в эту точку. Это ваша сильная сторона. И в 99% случаев вы стопудово на этом заработаете. Потому что вы имеете в этом компетенцию, и вы тупо экспертностью сможете продать. Даже если у вас навыки продаж будут хромать, даже если у вас маркетинг будет отставать, вы экспертностью просто возьмете. Это очень важно. Не зря же вы потратили на это там, ну, много-много-много лет. Если же так получилось, что у вас нет навыка, ну, допустим, нет навыка, или он у вас, ну, не знаю, там, вам не нравится этот навык, то есть еще для вас два пути, которые я приготовил. Следующий путь – это товарный бизнес. Здесь достаточно все просто, да, подешевле купили, подороже продали, в оптом или в розницу. И есть третий путь, с помощью которого наши студенты запускают бизнес с минимальным ресурсом, то есть не имея ни офиса, ни склада, ни сотрудников, в принципе, нифига не имея и ни огромных даже финансовых вложений. Поднимите руку, ребят, пожалуйста, те, у кого, например, сейчас, ну, нету огромных вложений в бизнес. Ну, реально, да. Отлично. Вот эта модель как раз-таки подходит для вас. Давайте расскажу на своем примере, чтобы вы могли понимать, как это вообще работает.
Я вам уже рассказывал ранее, что имел бизнес по продаже домашнего текстиля, постельное белье, одеяло, подушки. Все помнят, кто помнит? Да. В какой-то определенный момент утром я проснулся и думаю, ортопедические матрасы, они же тоже, в принципе, связаны так или иначе с домом. Ну, то есть дом, быт, уют, кто согласен? Да. Я подумал, а почему, в принципе, раз мы сейчас продаем вот эти одеяла, подушки, покрывала, постельное белье и тому, почему бы нам не продавать матрасы? Правильно? Логично. Но я в то же время понимал, что да, как бы это все окей, но матрасы имеют разные размеры. Матрасы разные имеют размеры. То есть ты не можешь привезти, там, не знаю, односпальный какой-то один матрас. Ты должен привезти односпальный, там, полутораспальный, двуспальный, евро. Ну, то есть разные размеры. Согласны? Матрасы имеют разные наполнения. Конечно, то есть ты не можешь привезти один какой-то матрас. Ты должен привезти разновидность разных матрасов. Матрасы можно хранить дома где-нибудь на балконе? Конечно, нет. Что для этого нужно? Для этого нужен склад, большой склад. Склад нужен. Как вы думаете, вот эта вся история дорого бы вышла, если бы это все закупать? Конечно, конечно. И я понимал, что здесь огромные риски. Если вдруг бизнес не выстрелит, если вдруг бизнес не пойдет, то я на всю жизнь себя обеспечу просто матрасами. Я не хотел такой истории. И я тогда понимал, что есть же те люди, которые уже этим занимаются. Я зашел просто в Google и вбил ортопедические матрасы. Оказалось, что у нас в Казахстане, в Алмате есть производство ортопедических матрасов. Мы пришли к алматинской матрасной фабрике, они до сих пор, они очень давно, на 15 лет на рынке. Мы познакомились с ними, они нам дали хорошие дилерские цены, и мы начали продавать их матрасы у себя через интернет-магазин. Только мы сказали, что у нас собственное производство матрасов. Потому что мы же могли сами делать любые размеры, только делали они. Итого, что происходит? Нам приходил заказ, мы отправляли как бы им, они уже производили его, клеили нашу просто бирку, грузили в свои газели, их же грузчики поднимали, укладывали, в общем, делали все, а мы просто что? Мы зарабатывали на проценте, на комиссии, то есть на разнице дилерской цены вот этой оптовой и розничной. Всем понятно? Как вы думаете, сколько денег мы вложили в развитие этой истории? 100 тысяч тенге. 100 тысяч тенге мы вложили на первую рекламу, а потом она начала уже себя окупать и приносить. То есть относительно небольшие деньги вам нужны для того, чтобы просто вложить в маркетинг. Там 200, 300, 400 баксов. Ну кто согласен, что это реально не так много? Объективно. Да, да, да. То есть это не ноль, но я не говорю, что это ноль. Но это относительно ноль. То есть очень близко. Окей, супер. Кому вот это понятно, ребят? Кому вот это понятно? Супер, отлично. Идем дальше. Идем дальше. Теперь я вам расскажу уже про то, как увеличивать, вообще получать клиентов, откуда их брать и тому подобное. Я прям рекомендую вам фиксировать, записывать все, что здесь есть. Напомню для тех, кто опоздал, что вначале я вам дам сейчас 6 способов, как увеличить прибыль, потом расскажу про нашу программу полную и затем дам еще 5. То есть никто никуда обязательно не уходит, контент продолжается. После того, как я вам расскажу про нашу программу, и в конце еще вас ждет 5 файлов в подарок, про которые я тоже вам уже говорил. Начнем мы с самого простого, то есть самого такого прям очень простецкого, для того, чтобы аудитория, которая только начинает, вам была более полезна, и постепенно мы перейдем к более такому прокачанному уровню. Первый способ, самый простой, который может применить как действующий предприниматель, так и новичок, это размести объявления на досках объявлений. Что это такое? Это OLX, Market, из рук в руки и тому подобное. Поднимите руку, ребят, пожалуйста, те, кто из вас хоть раз в жизни что-нибудь покупал либо продавал на OLX. Вы сами видите, 95% людей так или иначе касались OLX. Я знаю примеры ребят, бизнесов, у которых через OLX реально идут крутые продажи. Но в то же время я знаю бизнесы, в которых OLX вообще не работает. Как вы думаете, как проверить, будет работать или нет? Только выставить, да. Когда ты выставишь, ты, собственно, поймешь. Расскажу вам один пример, один кейс. У меня ко мне пришла учиться девушка Замира на 4-м потоке Монсты. Она пришла и, собственно, хотела запустить курсы продленки. Для тех, кто не знает, что такое, это когда ваш ребенок, например, учится с 9 до 2, вы не можете его забрать в обеденное время. Есть специальные такие компании, которые вашего ребенка заберут из школы, привезут к себе, накормят, сделают с ним домашнее задание, а вы вечером его заберете из этой школы курсы продленки. Понятно? Она говорит, все, я пойду искать помещение, закупать мебель, искать преподавателей, пойду делать. Я говорю, Замира, стой.
У него мужа были деньги. Она, я говорю, Замира, стой. Ну, как бы, так ты сделать всегда сможешь. Давай мы как бы с тобой начнем более-менее рискованно. Я говорю, ты размести просто на OLX объявление, что в таком-то районе идет набор на курсы продленки. И, собственно, ну, как бы звонить сюда. Что она сделала? Она разместила, что в таком-то районе, написала примерную цену. Как вы думаете, что произошло с ее телефоном? Да, он начал разрываться от тех мамочек, которые хотели пристроить своих детей. Как вы думаете, теперь есть смысл в эту историю вкладывать и деньги, и время? Конечно, вот после этого есть. Замечу ваш страх, что у нее не было ни преподавателя, ни офиса, у нее ничего не было, но у нее зато была просто возможность проверить, ну как бы выстрелит или не выстрелит потенциально, да? Окей, это важно. Второй способ, который может использовать как любой, как действующий предприниматель, так и новичок, это работа с блогерами и пабликами. В Инстаграме, например, да, есть люди, у которых есть 10, 20, 30, там, 40, 50 миллион подписчиков. В зависимости от вашего уровня, в зависимости от вашего бюджета, вы можете запартнериться с блогерами либо деньгами, либо как можете, либо бартером, да, то есть отплатить товаром, либо услугой. Где взять блогеров? Да, то есть сразу у вас вопрос, а где взять блогеров? Есть сервис специальный Publer.pro, я делюсь этим сервисом с вами. Этот сервис позволяет найти всех блогеров, которые только существуют, начиная там, не знаю, от 1000 подписчиков, заканчивая 3 миллионами. Там, ну, то есть он полностью фильтрует всех. Казахстан, Алмата, то есть можно различные фильтры настроить, и он вам сам даст список блогеров. То есть если вам нужны крупные, он вас найдет. Если вам нужны мелкие блогеры, он их тоже найдет. Здесь понятно, ребят? Теперь, когда вы уже знаете, где их взять, вам нужно переходить, ну, как бы, к коммуникации. Я в свое время очень много работал с блогерами, то есть очень много. Из-за этого понимаю, на что стоит обратить внимание. В свое время работал с Мамаситой очень много раз, как по текстилю, так и в личном бренде работал с ней. Динара РКХ, Батыров, Биржан Ашим, Байзакова 4 раза работали. Ну, я уже не беру тех, с которыми я лично не знаком. Там Сабденова, Камень Конопьянова, там Ларри Артман. Ну, то есть очень много девчонок, с кем мы работали еще по текстилю в свое время. Вот, поэтому на что стоит обратить внимание? Есть 3 главные вещи, которые я рекомендую вам обязательно прям зафиксировать и всегда на них смотреть при работе с блогером. Первое – это целевая аудитория. То есть ни в коем случае, если вы, например, занимаетесь спортивным питанием, не нужно рекламироваться у Байзаковой. Ну, это точно плохая идея. Если вы занимаетесь спортивным питанием, где нужно рекламироваться? Боксеры какие-то, фитоняши, там, не знаю, вот, ну, то есть те люди, которые так или иначе связаны со спортом, паблики какие-то и тому подобное, понятно? То есть там висит ваша целевая аудитория. Если вы занимаетесь какими-то детскими штуками, где нужно рекламироваться? Да, надо рекламироваться у мамочек, и не обязательно у супер мамасита, потому что у нее дорого. Вы можете взять маленькие, там, 10-20 маленьких мамочек и порекламироваться у них, там, бартером, они спокойно возьмут. То есть маленькие блогеры чем хороши? Тем, что они еще не зажрались, и они готовы брать, ну, как сказать, партнером, да, это очень важно. Второе, на что стоит обратить внимание, это охват. Как бы там ни было, какой бы блогер бы ни был крутой, вовлеченный, всегда смотрите все равно на количество подписчиков. То есть если много подписчиков, это для вас уже как бы, ну, знак, что на этого блогера стоит обратить внимание. Понятие много подписчиков, оно, ну, как бы расплывчатое. Это может быть и 20 тысяч, и 200 тысяч. В зависимости от того, ну, какой у вас бюджет, да. Ну и третьим шагом, то есть если подписчиков нормально, вам нужно смотреть на вовлеченность. Кто видел такое, что заходите в лайки, а там испанцы какие-то, арабы там лайкают, кто видел такое? Да, это вот как раз таки о том, что блогеры накруткой занимаются и у них неживая аудитория. Поэтому вам обязательно нужно смотреть на вовлеченность, чтобы аудитория была живой, настоящей, лайков было соответственно, там просмотры к видео и тому подобное. Окей, самый большой лайфхак я просто вам могу дать из своего опыта. Если вы не знаете, как смотреть на эту вовлеченность, самый лучший лайфхак – просто найдите видео в ленте. Если просмотров на видео хотя бы 10-20%, это уже нормуль. Все, что выше, это уже хорошо. Если меньше, то не рекламируйтесь там. Понятно? Вот это важно. Просмотры видео, они выдают сразу, потому что их накрутить очень дорого. Ну и раз мы перешли как бы к Инстаграму, рекомендую сразу подписаться на мою страничку. Кто не подписан еще на страницу Артем Монста, есть такие? Да, подпишитесь обязательно. Подпишитесь просто потому, что я там делюсь полезными вещами по бизнесу, со всеми коммуницирую сам. У меня нету какого-то администратора, СММщика, сразу говорю. Если вам кто-то отвечает в директе, это я отвечаю, в комментариях тоже я отвечаю. Поэтому ну, пишите, без проблем будем с вами общаться, коммуницировать. Окей, третий способ. Третий способ – это сделать сайт.
И как бы, ну, что здесь такого, да, что здесь удивительного, вы скажете, это говорят все, но здесь есть нюансы, сейчас мы о них поговорим. Поднимите руку, у кого сейчас есть сайт. Есть сайт, отлично, супер. У тех, у кого нет сайта, вы должны понимать, что сделать сайт сейчас, в принципе, не так трудно, именно механически. Механический сайт сделать не трудно, а вот сделать его по правильной структуре, наполнить правильными текстами, смыслами, вот это уже как бы требует определенных навыков, да? Давайте это обсудим. Предположим, что вы сделали сайт. И есть, вот кто видел такие сайты? Оставь заявку и... О, не так. Оставь заявку и получи бесплатную консультацию. Кто видел такие сайты? О, у вас такой, о, огонь. Как вы думаете, такой сайт это как бы хорошо или нет? Это плохо. Такие сайты работали лет там, не знаю, 6-7 назад, когда эта история вся только зарождалась в Казахстане. Сейчас это уже не работает, ну то есть не конвертит так, как должно быть. Поэтому есть такие штуки, как лид-магнит и видео, которые помогают увеличить конверсию вашего сайта. Давайте сразу к понятию такому. Кто не знает, что такое конверсия сайта, поднимите руку. Давайте объясню, а то вы сейчас ничего не поймете. Конверсия сайта – это какой процент из тех людей, которые зашли к вам на сайт, например, 1000 человек, 1000 человек зашли к вам на сайт, какой процент из этих людей оставили заявку? Заявку – это в смысле, ну вот, ввели свой номер и имя. Например, если конверсия сайта 3%, то сколько заявок вы получите? 30. 30 заявок. Значит, конверсия сайта какая? 3%, да, то есть это важно. Поэтому есть лид-магнит и видео, которые помогают увеличить конверсию сайта. Давайте сначала рассмотрим с вами лид-магнит, а потом перейдем уже к видео. Кстати, поднимите руку, кто не знает, что такое лид-магнит. Не знает. Отлично, давайте об этом поговорим. Я вам сейчас дам рекомендуемое расположение блоков на сайте. Вы можете это либо сфотографировать, либо быстренько-быстренько записать. Оно поможет тем, у кого есть сайт, чтобы изменить, и у кого нету, чтобы вы сделали сразу правильно. Рекомендуемое расположение блоков на сайте. С левой стороны логотип, по центру рекомендую написать сферу деятельности вашей компании. Там юридическая компания, английский язык, школа бассейна или как там, ну в общем вы поняли. Номер телефона с правой стороны и под номером телефона кнопка обратной связи. По центру офер. Офер – это ваше предложение, то есть конкретно чем вы занимаетесь. Например, круглосуточная доставка цветов по Алматы в течение 3 часов, не знаю, там, или в течение 1 часа, открытка в подарок, ну то есть офер. С правой стороны рекомендую стать вам лид-магнит, мы сейчас разберем, что это такое, ну и с левой стороны видео. Понятное дело, что можно немножко там, ну как-то двигать, это ничего страшного. Это общая структура первого экрана, то есть должно быть у вас так, ну, с точностью там в 98%, да, это важно. Давайте переходить. Первое, лид-магнит. Вот давайте на секунду с вами представим, на секунду, что вы все занимаетесь оформлением визы в Китай. Представили? Оформление визы в Китай. И у вас есть 2 сайта. Первый ваш сайт звучит следующему. Оставь заявку и получи бесплатную консультацию. Это ваш первый сайт. А второй сайт. Оставь заявку и получи перечень документов для получения визы в Китай. Как вы думаете, какой будет работать лучше? Кто за второй? Вот. То есть лид-магнит – это такая штука, которая… Как вам объяснить? Лид-магнит – это такая штука, которая дает возможность вашему потенциальному клиенту что-то взять бесплатно взамен на что? Взамен на телефон, на контакт. Дальше, например, кто-то оставил заявку на получение перечня документов для оформления визы в Китай, вы ему звоните и говорите: «Алло, Абзал, вы только что скачали там файл по, ну, перечню документов. Я правильно понимаю, что вы планируете в Китай?» И начинаете продавать ему что? Основной ваш продукт – оформление визы в Китай. Логику ловили? Потому что у вас есть его телефон. Сейчас самое сложное в мире – это захватить номер телефона. Доставить нетрудно, купить товар нетрудно. А вот захватить номер телефона – это трудная история, потому что, ну, маркетинг, все борются за одну и ту же аудиторию. Окей, Радик, а можно что-то поправить? У нас тут что-то потекло. Ну, да, второй. Окей, не путать лид-магнит со скидкой и акцией. Давайте вот это разберем. Это очень-очень важная такая, ну, самая крупная ошибка, которую допускают ну, все предприниматели, наши студенты в том числе. Вот на экране вы видите сайт. Кто не видит, я прочитаю. Дом из бруса за 2 месяца с гарантией 30 лет.
Всем понятно, чем они занимаются? В принципе, да, строят дома из бруса. Все, окей. Есть форма захвата у них. Оставьте заявку прямо сейчас и получите тройное утепление крыши в подарок. Кому нравится? Ну, само предложение. Кому нравится тройное утепление крыши в подарок? Да, неплохо, но объективно неплохо. Но есть момент, нюанс. Чтобы получить тройное утепление крыши в подарок, нужно что сделать? Нужно купить у них дом. А значит, это автоматически уже не лид-магнит. Лид-магнит – это то, что можно взять за как бесплатно. А эта штука уже заставляет человека что делать? Работать с возражениями. Он должен будет думать, как давно вы на рынке, кому вы делали, а бухает у вас специалист или нет, а вовремя вы делаете или нет. То есть он начнет работать с чем? С возражениями собственными. Согласны? Вот, естественно, это уменьшает конверсию. Как я рекомендую сделать? Вот этот же сайт, просто форму захвата переделать следующим образом. Оставь заявку прямо сейчас. Вдумайтесь только в мысль. Если человек ищет дома из бруса, как вы думаете, будет ему интересно следующее? Оставь заявку прямо сейчас и получи топ-10 проектов домов из бруса и кнопочка «Скачать». Как вы думаете, будет человеку интересно, если он планирует реально дом строить? Конечно, он захочет посмотреть, ну что за проекты. А вы эти проекты заранее подготовили. Человек забирает этот подготовленный файл, оставляет вам номер телефона, вы ему звоните и что говорите? Алло, Владимир, вы скачали такой-то файл. Я правильно понимаю, что вы планируете строить дом? Уже землю нашли или только ищете? А разрешение строительства есть или как бы вам необходимо? И начинаете что делать? Продавать что? Да, основной продукт, встречу, приехать на объект или с ним встретиться, чтобы продать ему дом. Ну, то есть, в буквальном смысле. Логику ловили, потому что у вас есть, главное, его телефон. Это важно. Вот, это лид-магнит должен быть в каждом бизнесе. Например, в стоматологии лид-магнитом что является? Посмотреть, ну, челюсть. В СТО что является лид-магнитом? Бесплатная диагностика. Например, в примерочной, вот Zara, там, H&M, вот крупные масс-маркеты, там что является лид-магнитом самым главным? Примерка. Чем больше у них примерок, тем больше продаж. LaModa почему всем на халяву возит бесплатно? Хочешь, привезем тебе хоть весь контейнер одежды. Почему? Потому что когда ты эту одежду получил, померил, потрогал, вероятность того, что ты купишь, очень высокая. Улавливаете суть? И лид-магнит должен быть в каждом бизнесе абсолютно. Оптовая компания, неважно какая, это должен быть. Вот это все, где вы сейчас сидите, это что? Это тоже лид-магнит. Вы же бесплатно пришли. Вот. Понимаете, да? Вот. И задача лид-магнита, как бы, ну, показать, что вы действительно нормальный, что с вами есть смысл как минимум общаться, разговаривать и после этого, ну, вести какую-то речь дальше. Почему я такое внимание уделяю сайту? Потому что предприниматель, который имеет плохой сайт, он автоматом теряет, ну, клиентов, то есть десятки, сотни клиентов, а, ну, таким образом недополучает, разумеется, прибыль. Использую лид-магнит для повышения эффективности сайта и как следствие увеличения, ну, собственно, продаж, потому что если у тебя будет эффективен сайт, у тебя будет больше заявок, будет больше денег, больше будет продаж. Все автоматом. Если у вас сейчас вот все те, кто люди поднял и сказали, что у вас есть сайт, если вы не знаете конверсию вашего сайта, либо она у вас минимальная, ну, значит, вы автоматически недополучаете клиентов. Даже те люди, которые развиваются в Инстаграме, типа там, ну, у меня чисто инстаграмовская тема, особенно это девчонки любят, бьюти-сфера. Мне зачем сайт? Сайт нужен, потому что Инстаграм – это лишь одна площадка. Например, чтобы брать клиентов из Фейсбука, из Mail.ru или откуда-то еще, вам уже нужен сайт. Идем дальше. Четвертый способ, тоже большинство вообще его не использует, построй правильную воронку продаж. Что это значит? Вам необходимо к любому предпринимателю, любому собственнику бизнеса разработать продуктовую линейку. То есть у вас должно быть, ну, разные продукты. Вот у кого, например, в бизнесе есть не просто много продуктов, а вы четко понимаете, что один продукт следует за другим. И если человек покупает этот продукт, он по-любому дальше пойдет по, ну, как бы у кого так есть? Вот, у нескольких человек. И то не факт, что это правильно, да? Сейчас как бы послушайте и узнаете, правильно нет. Окей, давайте рассмотрим. Я вам разберу только три вайера, потому что мы с вами очень сильно ограничены по времени, у нас с вами там буквально пару часов, да? Но я думаю, в принципе, вот это, если что, ну, как бы уже логику ловите и дальше сделайте сами.
Есть такая связка, как лид-магнит плюс три-вайр. Про лид-магнит я, в принципе, вам уже рассказал, это бесплатная штука. А три-вайр – это первый продукт, ну то есть услуга, товар, файл, видео, хоть что. Это первое то, что переключает клиента из позиции бесплатно в какую позицию? В платную позицию. А что такое три-вайр? Вот я, в принципе, вам сказал. Это товар, услуга или файл, который устанавливает первые финансовые отношения с покупателем, ну, с пользователем. А когда человек покупает три-вайр, ваша задача дальше, как собственника, продать ему уже что? Основной продукт. Объясню, в чем принципиальная разница. Как вы думаете, кому легче продать? Человеку, который лид-магнит просто скачал? Либо же тот, который купил что-то за очень маленькую сумму? Конечно, второму, потому что он купил, даже если за маленькую сумму, но он в любом случае купил. Это важно. Давайте покажу вам примеры. Покажу сначала наши примеры, а потом покажу на примере строительства. Вот, например, кто-то, возможно, из вас видел даже такую нашу рекламу. Мы предлагаем человеку получить 75 источников привлечения клиентов за email. Как вы думаете, email оставить легче, чем телефон? Конечно, email вообще все подряд готовы оставить. Согласны? Мы предлагаем человеку оставить email, чтобы потом его в email рассылке догонять. А дальше у него автоматически открывается следующая посадочная страничка, где ему предлагается: внедри главный инструмент маркетинга 2019-2020 года, который увеличит количество продаж минимум в 2 раза без увеличения бюджета. Купить видео за 1 бакс. Кто реально бы купил за 1 бакс? Вот. Как вы думаете, мы на этом баксе заработаем деньги? Конечно, нет. Ну, 400 тенге. Но что это нам позволит? Переключить клиента из позиции бесплатно в какой? Платный. И, разумеется, с таким клиентом проще работать, и ему легче потом продать. Давайте покажу вам на примере строительства домов. Здесь тоже это спокойно. В любом бизнесе это работает, я вас уверяю. Лид-магнит, например. Давайте приведем пример. 9 ошибок при строительстве дома самостоятельно. Кто считает, что это нормальный лид-магнит, который, в принципе, можно взять на халяву? Кто считает? 9 ошибок при строительстве дома самостоятельно. Ребят, кто? Да, огонь, нормально. Три-вайр, да, то есть то, что можно купить за небольшую сумму. Получи список разрешительных документов для строительства дома за 3 бакса. Как вы думаете, если человек планирует дом за 30 миллионов, он готов потратить 1000 тенге, чтобы не собирать этот список самому? Конечно. Как вы думаете, на этой 1000 тенге компания заработает? Конечно, нет, она больше на рекламу потратит. Но таким людям продать легче то же самое разрешение строительства, чем тем, которые просто скачали вот этот вот лид-магнит. Улавливаете логику? И по идее, вот в стройке, да, у кого есть, кто стройкой занимается? Во, смотрите, вам бесплатно считайте кейс. У меня просто вот учились ребята, вот строим дом.кз, да, у них как раз такая штука. Есть разрешение на строительство. Оно стоит примерно где-то 300 тысяч тенге. А есть дом за 50 миллионов, ну или за 30 миллионов, неважно. Как вы думаете, что легче продать? Разрешение на строительство за 300 тысяч тенге, либо дом за 30 миллионов сразу? Конечно, разрешение на строительство. Таким образом, человек, когда оставляет заявку, они ему продают что? Сначала разрешение на строительство, а потом продают уже дом, потому что если человек по-любому заплатил за разрешение, значит, он точно спланирует строить дом. Вот, это как раз о продуктовой, собственно, линейке, да? О том, что у вас должны быть, как сказать, продукты, которые постепенно двигают вашего клиента к основному продукту. Таким образом, конверсия ваша будет, ну, в покупку гораздо выше. Уловили? Кто понял вообще суть? Поднимите руку, кто понял. Окей, отлично. Все, супер. Идем дальше. Это немножко, возможно, сложно, но полезно. Теперь нужна реклама. Окей, у вас есть сайт, у вас есть ниша, у вас есть бизнес, у вас есть разработанная продуктовая линейка, вам теперь нужна реклама. Кто бы хотел узнать, например, как получать 100 плюс потенциальных клиентов в 2 раза дешевле конкурента? Кто бы хотел узнать? Отлично, давайте про это поболтаем. Прежде чем я вам расскажу про вообще рекламу, позвольте вам там буквально 4 слайда именно расскажу про то, вообще каких результатов добиваются наши студенты с помощью вот нашей программы. Чтобы вы понимали, что маркетинг сам по себе, вот, да, вот маркетинг, он... но не имеет места быть, если вы с помощью маркетинга не зарабатываете. То есть основная цель настройки рекламы и тому подобное – это, естественно, ну, деньги, да? И поэтому за 10 потоков выпускника Монста стали более 3000 человек. И чтобы вы понимали, цифры следующие. 83% наших студентов
достигают своей финансовой цели. 80% окупают курс. 37% наших студентов окупают курс трижды. 29% увеличивают прибыль на более чем на 1 миллион, ну и 6% зарабатывают более 10 тысяч долларов. Это с помощью правильных инструментов маркетинга, управления и продаж. Это важно понимать, что мы все-таки говорим больше о деньгах. Для кого подходит монстр вообще, в принципе? Это всем тем людям, которые не знают, с чего и как начать бизнес. Всем тем людям, у кого нет энергии, не хватает какого-то драйва, мотивации и тому подобное. Всем тем, кто уперся в какой-то потолок в действующем бизнесе и не может его уже долгое время пробить, то есть стоит на одной точке и доход никак не растет. Ну и вообще всем тем, кто чувствует, что что-то идет не так и он недоволен своим текущим положением. Есть 4 фактора, благодаря которым зарабатывают наши студенты. Мы сейчас перейдем к блоку контент. Я буквально вам просто немножко расскажу про то, почему приходят люди к результату, чтобы у вас не было неправильного понимания. Да? Наши студенты зарабатывают первое, потому что мы даем эффективные и рабочие инструменты по маркетингу. То есть, кто согласен с тем, что сейчас, реально в 2019 году интернет-реклама – это, все. Это сила, да. Вот. Поэтому мы даем инструменты по маркетингу, рабочие и эффективные. Но тут есть один нюанс. Маркетинг – это хорошо, это реально круто. Но если бы в маркетинге была бы вся сила, то все маркетологи были бы самыми богатыми людьми в мире. Но это не так. Вот у кого из вас есть друзья, которые знают что-то в маркетинге, но при этом денег все равно нет? Вот, это факт. Это факт. Поэтому маркетинг, он нужен, это классно, но в совокупности еще с другими факторами. Поэтому следующий фактор, который непосредственно должен быть, это я ставлю в такие рамки, где не делать не получится. Основная боль людей, я понял в какой-то момент, то, что люди много знают, много читают, много куда ходят, но ничего не внедряют. Это основная проблема. Вы ходите по форумам, по мастер-классам, смотрите YouTube, но не делаете. Потому что, первое, вам лень, вас текучка, операционка погружает, там дети, семья, быт, работа и тому подобное. То есть вы просто не делаете. В рамках нашей программы люди наконец начинают делать, внедрять, и поэтому есть результат. Это важно. Третий фактор, который способствует результату, он уже такой максимально глобальный, это правильное окружение. Кто согласен с такой историей, что если русского мальчика поместить в казахский аул, он заговорит на казахском? Кто согласен? Почему? Потому что он попадет просто в такую среду, где он вынужден выжить, либо он умрет. Другого варианта у него просто нет. То же самое и с предпринимателем. Погружаясь в правильную среду, вы так или иначе начинаете расти. Даже если вы нифига не понимали в маркетинге, в продажах до этого, в правильной среде вы начинаете расти сами по себе просто. Это важный момент, который нужно учесть. А самостоятельно вы среду не создадите. То есть, мы как раз-таки создаем эту среду. Ну и четвертый фактор, и на этом мы закончим. Четвертый фактор, который позволяет нашим студентам достигать результатов очень крутых, это индивидуальная работа с тренерами. Кто такие тренера? Это не какие-то просто люди с улицы, это бывшие наши студенты и действующие предприниматели, люди, которые имеют свой бизнес. Они помогают вам пройти этот путь эффективнее. То есть, когда у вас есть наставник, он сразу вас ограждает от ошибок, делится опытом, смотрит ваши инструменты, находит рычаг, как его можно вырасти и тому подобное. Вот. Зачем нужны, в принципе, тренера, зачем нужны наставники? Потому что неудачно приземлиться либо упасть в бизнесе можно так же, как приземлиться на этом трамплине. Да? Я не видел ни одного человека, который бы с парашютом прыгал без инструктора. Все прыгают почему-то с парашюта с инструктором, но при этом 90% людей лезут в бизнес без наставника. Почему-то воспринимают так, что это такая какая-то легкотня. Да? На самом деле бизнес, он простой, когда вам, в принципе, говорят, что делать. Да, но изначально-то у вас нет знаний, понимания. Поэтому лучше это делать с человеком, который этот путь уже проходил. Вот. Ну и важный последний слайд, который вы должны для себя понять, чтобы мы переходили к следующему контенту, что вы можете сейчас возражать, что я и так все сам знаю, сам разберусь, внедрю, еще подумаю, еще похожу. Но если бы ты уже знал, как заработать, ты бы уже это сделал, это факт. А когда ты хочешь попить чай, ты идешь, греешь чай и пьешь его. Если ты можешь заработать, ты идешь и зарабатываешь. Что-то вас останавливает всех, у кого-то блоки какие-то, страхи, у кого-то не хватает знаний, инструментов, у кого-то операционка какая-то, то есть чего-то не хватает для того, чтобы выйти на новый уровень, это факт, потому что я сам учусь, мне тоже так же не хватает когда-то чего-то, и я еду в какие-то куда-то кому-то для того, чтобы кто-то посмотрел на меня со стороны, да, вот. Кстати, есть в зале школьники и студенты?
Вот, отлично. Для вас хорошая есть новость. Для вас 50% на скидка на программу Монстра. Вот. Да. Да, можешь похлопать, да. Вот, окей, поехали. Пятый способ. Пятый способ. Использую видео для продвижения бизнеса. Как раз таки мы сейчас с вами, у нас был огромный просто блок по видеомаркетингу. Это очень крутой блок, я рекомендую прям вам его записывать и, разумеется, внедрять. Видеомаркетинг как главный инструмент 2019-2020 года. Да? К 2020 году 90% рекламы будет состоять из видео. Поднимите руку, ребят, пожалуйста, те, кто из вас замечал, что вы все меньше читаете тексты, но все больше смотрите видосы. Да, видео идет к тому, что, ну, оно поглощает наш мир. И если вы, ну, не сможете, не научитесь рекламироваться через видео, то вы, ну, скорее всего, выпадете просто из рынка. И как раз мы сегодня с вами это рассмотрим. Почему видео, ну и в чем его преимущество? Зина, ты можешь мне дать мой телефон, пожалуйста? Почему видео, да, в чем его преимущество от фотографии? С помощью видео вы сможете демонстративно показать свой офис, свой товар, свою услугу, своих сотрудников. Ну, то есть видео – это такая штука, которая позволяет вам сразу за минуту рассказать полностью о своей компании. Для того, чтобы вы понимали вообще, что такое видео, ну, о чем мы сейчас будем говорить, я вам сейчас покажу короткий ролик минутный. Это тоже наш студент Алексей, он занимается производством заборов. И дальше мы с вами продолжим уже по контенту. То есть мы будем сегодня с вами говорить про продающие видеоролики. Те ролики, которые приносят вам заявки. Давайте посмотрим. Где звук-то? Что, бой звук, нет? Сейчас, ребят, будет. Ваши ворота ржавеют или выцветают? Тяжело открываются или гремят? Вы пытаетесь выехать, а автоматика для ворот вышла из строя? Здравствуйте, меня зовут Алексей Симаков. Я являюсь владельцем компании «Симак Солана». Наша компания производит ворота с откатной и распашной системами открывания. При производстве ворот мы используем итальянские сэндвич-панели, которые не ржавеют, стойки к выцветанию, окрашены с обеих сторон и легко моются. Консольные системы позволяют воротам работать в зимний период без сбоев, иметь легкий ход, даже ребенок может их с легкостью открыть. Все это позволяет увеличить срок эксплуатации до 25 лет. Автоматика дает возможность открывать ворота, не выходя из машины. Достаточно нажатия одной лишь кнопки. Являясь официальными дистрибьюторами компании «Камма» и «Талпанели», мы сохраняем для вас приемлемую цену, предоставляем 2 года гарантии, а также сервисное обслуживание. Жми кнопку «Подробнее» и оставляй заявку. Супер. Кто за минуту понял, чем занимается Алексей? Вот. Этим и хорошо видео, что не нужно долго объяснять, писать там огромные какие-то текста, коротко, ясно, все быстренько объяснил. Сейчас я вам дам 6 ключевых принципов продающего видео. Их на самом деле, конечно, гораздо больше, но так как у нас тайминг с вами ограничен, я вам дам 6. Они тоже вполне, ну, то есть, как сказать, нужные, да? Первый принцип – это длина. Длина видео. Сразу говорю, что длинные видосы никому не интересны, никто их не будет смотреть. Вот вам статистика, она уже ужасающая. Больше 10 секунд смотрят 89% людей. Чтобы вы понимали, на первых 10 секундах вы уже теряете людей, то есть они уже отваливаются. То есть первые 10 секунд смотрят уже не все. Дальше. Одноминутный ролик смотрят 50% людей. То есть уже половина просто тупо отвалилась. Больше 2 минут смотрят 22% людей, ну и там больше 5 минут 9-10% в среднем. Да? То есть это важно понимать. Поэтому длинные ролики не нужны. Оптимальная длина, которую я вам рекомендую, это 50 секунд-минута 10. Это вот
максимум, ну то есть больше не надо, то есть это уже проверено и на нашей практике, и на наших студентах. Второе, так как люди досматривают не до конца, вам нужно привлечь их внимание в начале. Начало, оно самое главное. У вас есть буквально 5 секунд для того, чтобы привлечь внимание. Как это можно сделать? Можно что-то сказать странное, ну то есть там как-то выразиться, одеться как-то звуком, то есть ну каким-то образом разным. Вы должны привлекать внимание вашего клиента, чтобы дальше он начал смотреть ваш ролик, потому что задача, чтобы он досмотрел его до конца. Окей, супер. Третий пункт, и разумеется, это понятно. То есть ваш ролик должен быть максимально понятный. Ребят, не используйте какие-то термины, типа какие-то сложные термины, связанные с вашей сферой. Ваш клиент все равно этого не поймет. Поэтому максимально понятным языком объясняйте так, чтобы было понятно ну, даже 10-летнему ребенку. Четвертое. Не нужно просто говорить текст ради текста. Это тоже ну, неправильная схема, да? То есть нужно писать в текст боли, преимущества, ну там, боли вашего клиента, преимущества вашей компании, какие-то вот, ну вот, то, что его действительно зацепит, так, чтобы вы могли ему, по крайней мере, на уровне видео доказать, что с вами есть смысл поработать и поговорить. Окей. Пятое – это интересный сюжет. Я специально это включил сюда, потому что это один из самых главных факторов, который позволяет вам получать клиентов максимально эффективно. Замерено нами и замерено нашими студентами, что ролики, которые имеют сюжет, их смотрят с удовольствием. Давайте покажу вам один пример. Запустите видео, пожалуйста, ребят. Вы посмотрите здесь сюжет и сами увидите, как вам интересно было это смотреть. Ваша семья столкнулась с проблемой наркомании или алкоголизма? Сколько можно уже? Сколько можно? Да это ты во всем виновата. Хотя бы ребенок и подумал. Сейчас вам больно и страшно. Вы не видите выхода. Пожалуйста, я прошу тебя. Умоляю, что с тобой? Успокойся, где ты? Да встанешь от меня! Бесконечные уговоры и пустые обещания каждый раз разрушают ваш надежду. Здравствуйте. Я психолог-психотерапевт клиники Recovery. Наша международная сеть профессиональных клиник более 15 лет успешно занимается лечением зависимости. Наши специалисты создали методику, которая позволяет найти выход даже в самых сложных ситуациях. Мы гарантируем профессиональную мотивацию на лечение, анонимность при обращении к нам, конфиденциальность при обследовании и 100% результат при прохождении полного курса. Только до конца этого месяца, нажав кнопку «Подробнее», получите 7 дней лечения бесплатно. Кому понравился ролик, ребят? Кому понравился? Да, интересный ролик, прикольный, он с сюжетом. То есть, если вы имеете сюжет в ролике, этот ролик будет смотреть с удовольствием. Это лучше, чем просто какой-то студийный ролик, где вы в студии сидите и тому подобное. Ну и последний пункт, он самый важный, это call to action. Это призыв к действию. Когда вы в конце видоса говорите, куда нажать, куда перейти. Например, нажми кнопку подробнее, переходи на сайт. Жми кнопку подробнее, регистрируйся, записывайся там на диагностику, на прием и тому подобное. То есть, в конце вы должны четко сказать вашему клиенту, что сделать. Это очень важно. Это не значит, что ваш клиент, тупой, да, и не понимает, что ему необходимо делать. Нет, это значит, что на уровне подсознания триггерно вы ему говорите, куда нажимать. Вы замечали, ребята, как раз-таки в конце говорят, жми кнопку подробнее. Кто заметил? Вот, это как раз-таки из-за этой всей истории. И сейчас вам бесплатно дам структуру текста продающего видео. Можете взять бесплатно. Это уже отработанная структура, которая... Ну, работает у нас, у наших студентов абсолютно как автомат Калашникова. Боли клиента, приветствие, что предлагаете, оффер, преимущества, цифры, почему вас должны купить, ну и в конце call to action. Если вы сделаете видос по такой, ну, по крайней мере, напишите такой нормальный текст, то дальше уже снять это уже полбеды, да, то есть как бы если у вас текст будет беспонтовый, плохой, то сразу вам скажу, у вас будут плохие результаты. Как раз таки про вот текст, он отвечает за, ну, находится в ядре, да. Вот. Если вдруг у вас будут потом вопросы, кто может вам снять такие крутые, классные ролики, например, все такое, можете написать мне в директ. Я скажу. Окей, поехали дальше. Теперь у вас есть ролик. И видеомаркетинг про то, что я вам рассказываю.
Видеомаркетинг. Это как раз-таки, когда у вас есть видео, и вы на это видео пускаете что? Пускаете рекламу. Пускаете рекламу. Если вы сейчас в рекламе, вот есть кто здесь использует рекламу, например, ну в Инсте. Вот. Кто использует видео? Да, всего ничего. Все остальные, кто использует фото, знаете, вы автоматически переплачиваете. Если вы используете гифку, уже неплохо. Но видео это топ. Еще зависит от того, конечно, какое у вас видео. Видео должно быть правильно. Сейчас мы с вами поговорим про таргетированную рекламу в Инстаграм, потому что Инстаграм это топовая соцсеть. Поднимите руку, у кого есть Инста. Вот, 98% людей имеют Инстаграм. В Инстаграме сидят сейчас все, не только там молодые девочки и мальчики, а уже сидят и взрослые, и бабушки, и тетушки, и дедушки. Мой отец, которому 60 лет, сидит в Инсте и защищает меня от хейтеров в комментариях, вот, на моей странице. Вот, поэтому это важно понимать. Рассказывать про таргетированную рекламу в Инстаграм я буду вам на примере одной моей студентки, ее зовут Лязат. После того, как она запустила видеомаркетинг и таргетирую рекламу, она заработала 360 тысяч тенге чистыми за неделю. Кому интересно об этом послушать? Отлично. Давайте это разберем. Вот так она выглядит. Лицо у нее нормальное, просто здесь проекторы немного глючат. Вот, поэтому она не пережаренная. Так. Ее зовут Лязат. Ниша у нее прокат и аренда платьев. И вот ее Инстаграм, EllyAndress4U. Кому интересно, можете зайти. У нее достаточно прокачанный Инстаграм, 131 тысяча подписчиков уже сейчас, то есть когда я делал скриншот, было меньше. Вот так это все выглядит. Она сняла вот такой вот видеоролик, давайте посмотрим. И потом на него пустила рекламу и получила вот такие крутые результаты. Давайте запустим. Это не то, в этом я уже была. А это вообще с выпускного. Привет! Меня зовут Лязат. Я основатель салона EllyAndress. Мы занимаемся прокатом вечерних платьев. У нас вы можете взять в аренду самые роскошные и эффектные платья от лучших мировых производителей. В нашем каталоге вы найдете наряд на любой случай, вне зависимости от вашего возраста, конституции тела и цветовых предпочтений. Мы регулярно обновляем нашу коллекцию, предлагая нашим клиентам многообразие выбора и безупречное качество. Стоимость аренды платьев вас приятно удивит. Если в ближайшее время вам предстоит важный прием, то прокат платьев – отличная возможность выглядеть великолепно. Жми кнопку «Подробнее» и приходи на примерку. Вот, собственно, вот такой видос. В рамках нашего обучения она за неделю сняла вот такой ролик. Мы прописали текста, структуру и, в общем, на него она пустила рекламу. Давайте посмотрим, какие результаты у нее были. Первое, то есть до использования вообще, в принципе, таргет-рекламы, то есть до того, как она пришла к нам, она использовала два способа всего лишь развития. Ну, это самое банальное. Она, первое, рекламируется у блогеров, и второе, она использовала ручную подписку. Знаете, когда вот так вот ко всем подписываются, да, то есть даже не масс-фолловинг. После того, как она использовала видеомаркетинг и таргет-рекламу, у нее были результаты следующие. Она потратила 40 долларов за 7 дней. 16 тысяч тенге. Кто считает, что это ну, немного? Это немного. То есть это, я вам это говорю для того, чтобы вы понимали, что реклама, она не стоит каких-то космических денег. Она вполне ну, приземленные цифры. 200 заявок она получила, 20 продаж, 360 тысяч тенге чистых денег за неделю. Прям быстро только если. Не знаю. Не знаю. Честно, не знаю. Не знаю, это лучше у нее спросить. Вот. Ну, потратила, да, что-то. То есть, окей. Дальше, результат после Монст, следующий, какой у нее был. То есть она пришла к нам с результатом, у нее был 1 миллион, то есть она зарабатывала чистыми деньгами миллион. И после того, как прошла нашу программу, за полтора месяца увеличилась в 3,5 раза, то есть 3 миллиона 400 тысяч тенге чистыми деньгами она заработала. Кто считает, что это реально крутой результат? Я тоже считаю. Супер, отлично. Давайте теперь рассмотрим такой блок, почему таргет-реклама либо вообще не работает, либо она работает не до конца эффективно. Вот все на всех мастер-классах рассказывают только о том, как это делать, куда смотреть и тому подобное. Я не хочу рассказывать вам этот банальный контент, я хочу вам рассказать именно из-за чего у вас не получается, ну, то есть или где вы теряете деньги. Давайте рассмотрим вот это. Есть три главные причины, почему таргет-реклама не работает, либо она недостаточно эффективна. Три главные причины, давайте их рассмотрим. Первая причина – это неправильный подбор целевой аудитории. И это не просто на уровне, знаете, там типа мужчина, женщина и все такое. То есть это все банально. Давайте рассмотрим уровни.
Первый уровень. Вот кто, например, в жизни никогда про таргет-рекламу вообще ничего не слышал вообще? Отлично. Вот. Вы будете примерно на следующем уровне. Вам скажут, настрой таргет-рекламу. Вы просто возьмете и поставите какую-то картинку и просто пульнете по всем. По умолчанию там стоит следующее. 18-65. В итоге, если вы, например, занимаетесь одеждой для взрослых, вы просто будете сливать бюджет, потому что рекламироваться будете на студентов, на мамочек в декрете, ну, в общем, по тем людям, которые вообще никак к вам не относятся. Если вы, возможно, уже где-то что-то обучились, кому-то были в каких-то мастер-классах, вы сделаете следующее. Вы скажете, окей, я продаю женские платья для женщин, которым там, ну, старше 30. Вы сделаете так, моя аудитория – это женщины, им 30+, и даже пропишите интересы. Напишите «семья», быт, шопинг, там, уют, дом и тому подобное. Кто так делает? Огонь. Но этого все равно недостаточно. И есть третий уровень. Третий уровень – это когда вы делаете так, как нужно делать, для того, чтобы ваша реклама действительно приносила вам целевые заявки, целевой аудитории. Это когда вы свою аудиторию делите на психотипы. Все, кто здесь сидит в зале, вы делитесь на 4 психотипа. Просто у кого-то, ну, может быть, один, там, у кого-то два, ну, то есть, так или иначе. Давайте посмотрим, что за психотипы. Первый психотип – это накопители. Это люди, которые любят, когда просто все красиво. Визуалка, креатив, упаковка. То есть, люди любят красивые видосы, красивые картинки, красивые вообще товары. То есть, они любят все красивое. Кто такой, кто любит все красивое? Вот. Таким людям нужно подавать под таким соусом, потому что некрасивое, но они тупо не воспримут. Дальше. Есть следующий психотип, это киллеры. Это люди, которые любят скидки черной пятницы. Поднимите руку, кто любит скидоны. Ну, реально, кто любит скидки черной пятницы? Вот, видите, ну не все поднимают. А кого поднимите в зале, кого, например, скидка отпугивает, вы думаете, блин, какой-то там брак есть. Вот. А что происходит в большинстве бизнесов? Вы называете цену и тут же говорите, 300 тысяч, но вам со скидочкой. То есть вы даже не узнали, что человеку нужно, вы сразу пытаетесь всем продать со скидкой. И это вторая проблема. И у вашей рекламы вся крутится только со скидкой, со скидкой, со скидкой, со скидкой. И клиенты, ну, это часть клиентов это реально отпугивает. А кого-то это привлекает. Поэтому вы должны понимать, что первым клиентам вы должны делать как? Все очень красиво. Вторым клиентам вы должны писать в текстах, что скидка, распродажа там и тому подобное. Потому что эти люди готовы с Талдыкургана приехать в Алмату, чтобы сэкономить косарь. Реально. Вот. Есть третья аудитория. Это исследователи, это люди, которым важна гарантия, качество, характеристики. То есть они готовы даже чуть-чуть переплатить, если будет все чики-пуки. Кто такой? Вот. И таким людям на это нужно давить. Вы должны это писать в текстах, вы должны об этом говорить в рекламных креативах, вы должны об этом говорить везде, когда обращаетесь к этой аудитории. Здесь понятно? Ну и четвертая аудитория – это люди, которые любят или хотят быть частью чего-то. Например, если вы покупаете наши кроватки, то мы 1% от этих денег отдаем на лечение бездомных котят. Там условно, да, например. И в данном случае люди хотят быть частью чего-то. Теперь у меня к вам вопрос. Не вопрос в смысле, а утверждение. Вся реклама, которая у вас есть, вы должны ее разделить и обращаться к своей аудитории по-разному и предлагать им разное. Здесь понятно, ребят? Нет? Кому понятно? И тогда вы среди массы всех людей, каждый психотип найдет то, что ему необходимо, и они будут к вам идти. Здесь понятно? Это важно. Вот. Это уже такой, ну, нормальный уровень. Второй пункт, почему не получается или почему не работает, это если неправильно выбрана цель рекламной кампании. Когда вы будете настраивать рекламу в Фейсбуке, почему говорю Фейсбук, потому что Фейсбук купил Инстаграм, это одна компания, вы увидите 11 вот таких целей. Эти цели вот такие. Узнаваемость бренда, охват, трафик, вовлеченность, установки приложений, просмотры видео, генерация лидов, сообщения, конверсии, продажи товаров из каталога, посещение точек. То есть это 11 целей. И вот как раз таки на вот этом шаге очень многие допускают ошибку и из-за неправильной цели получают неправильный результат. Вот. Это тоже важно. Так как у нас мы с вами сегодня ограничены по времени, я не смогу вам сейчас рассказать про все эти цели, но вы должны понимать, что вот это ключевое. Неправильная цель дает неправильный результат, либо вообще его не дает. Это важно. Потенциальный охват у вас должен быть хоть от 300 до миллиона. Если у вас меньше 300, то вы слишком сузили аудиторию. Если больше миллиона, значит бьете слишком широко. Окей, ну и третья ошибка. Третья главная ошибка, почему таргет не работает,
Это офер в лоб. По-моему, у меня здесь даже пример есть. Давайте пример. О, супер. Смотрите. Кто видел такое в английском языке? Давайте так. В английском языке самый популярный пример. Не пример, а самый популярный лид-магнит. Это какой? Первый пробный урок что? Кто в курсе реально, что у всех школ есть первый урок бесплатный? Как вы думаете, можно этим рынок удивить? Конечно, нет. Ну, то есть, это как бы, знаете, это уже данность. Если у тебя нету первого пробного урока бесплатного, ты думаешь, что за херня? И вот кейс как раз-таки с английским языком, где мы использовали лид-магнит, который, ну, немножко в другой интерпретации. Смотрите, есть вот такой вот баннерок, на котором написано «Как, наконец, выучить английский язык?» И предлагается скачать инструкцию и получить ее в WhatsApp. Как вы думаете, ну, большое количество людей захотят просто скачать инструкцию, как выучить английский язык? Ну, конечно, да, захотят посмотреть. Хоть просто, это же интерес, вам ничего не продают, вам не предлагают записаться на пробный урок. Дальше, то количество людей, которые ведут номер телефона, они получат инструкцию, а им автоматически выходит следующая посадочная страничка, где уже говорят, раз ты скачал такой-то файл, я так правильно понимаю, что ты имеешь определенный интерес к английскому языку. Давай запишись на бесплатный урок. Ну и, собственно, человеку говорят, запишись на бесплатный урок. Давайте по цифрам. За один месяц работы рекламной кампании было получено 106 заявок, из которых было сделано 10 продаж. А на рекламную кампанию было потрачено 15 тысяч тенге, ну потому что у девочки много денег не было, то есть как бы, ну, относительно маленькие бюджеты. Средний чек 25 тысяч тенге, выручка 250. Понятное дело, что это не чистая прибыль, это просто выручка. Но это в любом случае хороший результат. С 15 тысяч получить, ну там, 200 тысяч, да, даже если. Как вы думаете, если бы она потратила на рекламу 150 тысяч тенге, были бы у нее лучшие результаты? Кто считает, что да? Конечно, были бы, конечно, были. Просто у нее бюджет был ограничен, и она действовала поступательно. Вот, это важно. Это как раз-таки про офер в лоб. Ну, еще один кейс вам покажу, еще один пример, как можно в товарном бизнесе тоже зарабатывать с помощью видеомаркетинга и таргет-рекламы. Например, есть Мирас, парень. Он после использования видеомаркетинга и таргет-рекламы заработал за неделю 1 600 000 тенге. Кому интересно посмотреть, что он там сделал? Отлично, давайте посмотрим. Вот так он выглядит. Я специально вам привожу все эти скриншоты, не скриншоты, а доводы, чтобы вы не думали, что это придуманные мной какие-то люди. Есть рабочий аккаунт, есть личный аккаунт, можете зайти посмотреть. Вот такой у них Инстаграм. Вот так это все выглядит. Вот его рекламные кампании настроены. Я попросил, чтобы он мне скинул. Вот он получил 78 лидов. 78 лидов. Цена лида 1,4 бакса. Это очень дешево. Давайте посмотрим его ролик. Только не весь, ребят, не весь, а я скажу, как отключить. Давайте. В планах открыть магазин одежды или в поисках торгового оборудования для действующего бутика? Может быть, ассортимент расширяется, но нужного оборудования нет в наличии? Здравствуйте, меня зовут Мирас, я основатель TM Company. Мы занимаемся продажей торгового оборудования для магазинов, бутиков и других торговых точек. Наша компания предоставляет широкий ассортимент торгового оборудования для любого вида магазина. Высококачественные манекены из прочного полипропилена с долгим... Да, пойдет, все. Огонь. В общем, снял он видос, тоже такой вот, как вы сейчас видели, и пустил на него рекламу, да? После использования видеомаркетинга и таргет-рекламу, какие результаты он, собственно, имел? 110 баксов было потрачено за 7 недель. 110 баксов, чтобы вы понимали, это сколько? Ну, не знаю, там 42 тысячи тенге. Кто реально считает, что это, ну, немного? Реально немного. Да, это сколько там? По пятерке в день, да? По 6 тысяч в день. 78 заявок он получил, я вам показывал скриншот по цене 1,4 бакса. 12 продаж он с этой истории все получил, 1 000 000 тенге чистых денег он заработал. Кто считает, что это реально огонь? Это огонь, это реально круто. Вот. А кто бы из вас хотел бы внедрить диджитал-маркетинг, ну, собственно, в свой бизнес, чтобы вот у вас пошли доходы выше, вы начали зарабатывать больше? Кто хочет? Отлично, да, по-любому огонь, красавчик. И на самом деле у вас сейчас есть два пути у каждого. Вот все то, что я рассказал, и в будущем еще расскажу, потому что у нас есть во второй части еще 5 способов. Вы можете это все делать сами, потерять на это время, деньги и идти к этому долгое время. Как делал это я в свое время. То есть, когда я начинал в 2013 году, не было каких-то курсов там обучающих. То есть, ну, немножко другой был мир. Конкуренции было меньше, да, но информации было меньше. А можно тот же самый путь пройти гораздо быстрее, если, ну, начать обучаться компетентными людьми, да, то есть и вы сами выбираете какое-то, ну, решение. Поэтому первый путь – это делать все само, а второй – это пойти заработать с нами.
Поднимите руку, ребят, пожалуйста, те, кто хотел бы послушать про нашу 7-недельную программу, вообще сколько это стоит, что мы там проходим, чему мы там учим и тому подобное. Отлично. Давайте я сейчас об этом немножко расскажу, а после этого я вам, ну, как и обещал, дам еще 5 способов, как можно увеличить прибыль в бизнесе, и расскажу про то, как и где можно забрать эти 5 файлов, которые я вам обещал бесплатно. Кто помнит про 5 файлов? Отлично, да. То есть, поэтому никуда не уходим. Обязательно, ну, как бы сидим, будет еще контент и будет еще в 5 файлов. Окей. 5 файлов следующие. 33 способа увеличить эффективность сайта, список из 2000 ниш, как провести идеальное собеседование и чек-лист по выявлению ошибок в работе компании и эффективно делегируйте полномочия. Эти 5 файлов будут в конце после блока вопрос-ответ. И вы сможете получить их бесплатно. Окей. Бизнес-курс Монстра 11. Это 11 уже поток 7-недельного практикума, да? Зачем и почему вам необходимо вообще, в принципе, участвовать в программе? Да? Первое, потому что вы начнете зарабатывать больше денег. Вы сможете путешествовать, сможете купить хорошую машину. Вы сможете сделать жизнь не только свою, но и жизнь своих близких лучше. Там, ну, не знаю, дети у вас будут учиться в лучших школах, там, в университетах, ну, по крайней мере, лучше, чем сейчас вы можете им позволить. То есть вы сможете дать хорошее им образование. Вы освоите маркетинг и другие бизнес-инструменты. Вы поменяете окружение. Высвободить свое время, делегируете, ну, там, какие-то процессы, задачи и тому подобное. Это очень важно. То есть вы получите определенную свободу, как финансовую, так и временную. Вот. Что это такое вообще? Это 7-недельный практикум, как я уже сказал, в рамках которого вы либо запустите, откроете свой бизнес, если у вас сейчас ничего нету, либо масштабируете действующий и увеличите в нем прибыль в несколько раз. Стартует вся эта история 14 сентября. То есть относительно совсем скоро, там, через месяц, да? Расписание следующее. Первое занятие пройдет 14 сентября в субботу. Все остальные занятия пройдут по воскресеньям. Время с 10 до 21, то есть весь день, грубо говоря. Да? Окей. Я уверен, что у кого-то из вас был такой вопрос. Типа, ну окей, как бы это все хорошо. Чем твоя программа отличается от других каких-то программ, которые сейчас есть на рынке? Давайте мы рассмотрим. У меня это есть аргументы. Первое. Мы единственная на текущий момент масштабная эффективная программа, которая проходит вживую. Все, что есть сейчас на рынке, это либо Россия, либо Украина, и это все как? Онлайн. Онлайн. У нас проходит все вживую. За счет того, что это вживую, у вас есть возможность обратиться непосредственно ко мне с вопросом, с разбором, с помощью, ну то есть коммуникация. Это очень круто. Дальше. Сама программа, она адаптирована под казахстанский рынок. Я никогда не отрицаю и не скрываю того, что я сам учусь где-то за рубежом постоянно. Но вы должны понимать, что рынок Алматы отстает от московского рынка где-то на 4-5 лет. Это объективно. Астана отстает от Алматы еще на года 2. Таким образом, что происходит? Когда вы онлайн смотрите у каких-то российских, украинских там, школ что-то, это не значит, что это, ну, как бы они плохие. Это значит, что просто рынок не готов еще к тем инструментам, которые они дают. И вы их внедряете, у вас не работает, и вы ругаетесь на них. На самом деле не они виноваты. Рынок просто тупо не готов. И это важно понять. Мы же что делаем? Мы эти инструменты фильтруем, пропускаем через определенные сито и даем нашим людям только то, что работает здесь сейчас на нашем рынке. Это важно понять. И актуально на рынке Казахстана. Вот. Домашнее задание у нас есть каждую неделю, за счет которого еженедельно вы зарабатываете бабки, деньги, конкретный кэш. Еженедельно. Это важно понять. Уже с первой недели у вас у всех будет задание заработать деньги. У всех. Просто у кого-то это 20 тысяч тенге, у кого-то это там 100 тысяч тенге. У всех по-разному, потому что уровни разные, подход индивидуальный. Ну и чтобы я долго не рассказывал вам, как это все выглядит, прекрасно или плохо, позвольте мне вам показать короткий ролик, который за меня скажет все и передаст всю эту атмосферу, как это все происходит. Давайте посмотрим ролик. Погромче, ребят, сделайте, выключите свет. Поехали. Имя звучит на весь Казахстан, ты слышишь? Монстр! Знаем, ты сможешь пройти весь путь до конца, если ты... Монстр! Пусть наше имя звучит на весь Казахстан, ты слышишь? Монстр! Самое время завоевать пьедестал, зови нас! Если готов к переменам, крепко держись. Тут открываются двери в новую жизнь. Знай, это самое время, чтобы решить. Нам начинать покорение новых вершин. Смело доверь путь своей заветной цели.
цели мастерам или монстрам этого дела. Верим, и тебе откроются все методы или схемы, чтобы прокачать свой уровень до предела. У меня ниша жалюзи, занимаюсь уже 15 лет этим делом. Я благодарен судьбе, что я попал в команду к Артему на монстра. Я сегодня приехал на 4-е занятие со столицы нашего Казахстана. Мы специально приехали в Алматы. Я наемный работник в течение 7 лет. Начинаю бизнес с нуля. Заработала в среднем 55 тысяч. За этот период времени я заработала 900 тысяч тенге. 300 тысяч. У меня ниша косметология. Это новая ниша. Как я начала работать, прошло уже 2 недели. За 2 недели заработок 122 тысячи. Вывела с бизнеса 16 миллионов. Всего 3 недели. Это только начало. Звучит на весь Казахстан, ты слышишь? Монстр! Монстр! Знаю, ты сможешь пройти весь путь до конца, если ты... Монстр! Монстр! Звучащее имя звучит на весь Казахстан, ты слышишь? Монстр! Монстр! Самое время забавить в Африке стран, зови нас! Монстр! Монстр! Для победы сил не жалей, становись сильней в каждой из дней. Будь собой и действуй смелей, к своим цифрам добавляя нулей. Пора пробудить в себе все амбиции, силы, принципы. Эти приемы заставят вас шевелиться. Покажи себя в действии, расширяя границы. И поверь, что мечтам твоим суждено воплотиться. И я бы пожелал бы всем новым участникам развития бизнеса с Монстой. Артем мотивирует очень. Изначально я не хотела идти, но пошла. И не пожалела вообще. Просто нужно действовать, не бояться. Потому что у всех есть отговорки, что не хватает каких-то ресурсов. И я начну только тогда, когда что-то произойдет. А по факту нужно начинать именно сейчас. Они нам дают подсказки, направляют, проверяют. Есть Артем, идите к нему. Он вас разберет, и вы будете жить по-другому. Я за Монстр. Пусть наше имя звучит на весь Казахстан, ты слышишь? Монстр! Монстр! Знаю, ты сможешь пройти весь путь до конца, если ты... Да, спасибо, ребят. Вот, собственно, так это все выглядит. Да, еще раз напоминаю, что впереди у нас 5 способов увеличения прибыли и 5 файлов, да? Быстренько пройдемся по программе курса и приступим. Программа курса следующая. Это фундамент, упаковка, маркетинг, продажи, финансы, команда и масштабирование, да? Что будем делать на каждом из блоков? Первое, блок фундамент, если так вот модуль, да, фундамент, быстренько, вкратце, вы сделаете сайт, либо увеличите конверсию текущего. То есть наша задача на этом занятии выбрать вам нишу, на этом занятии задача найти маржинальное поднаправление в текущем бизнесе, то есть подготовить, так сказать, бизнес к приему трафика. Модуль упаковка. Здесь мы с вами прорабатываем уже более потребности вашего клиента, полностью говорим о целевой аудитории и как итог четкий аватар клиента, понимание, что ему нужно, по какой цене и где его, собственно, искать. Модуль маркетинг. Вы запустите здесь уже рекламу, таргет-рекламу, либо контекстную рекламу и получите первых клиентов. Важно понять, что вы сами сможете запустить рекламу и получить первых клиентов. Это важно. То есть либо делаете сами, либо делегируете там на специалистов. Модуль продажи. На этом этапе, на этом блоке мы с вами учимся, как закрывать клиентов, как работать с их возражениями, как с ними вообще в принципе общаться, как называть цену, какие KPI ставить отделу продаж, то есть как работать уже непосредственно с командой. То есть мы учим вас продавать. Приходит специальный спикер, который около 8-9 часов вас качает по продажам. Вы реально очень сильно прокачиваетесь, узнаете очень много техник. Модуль финансы, да? Как итог, вы умеете считать финансы, вы следите за своими показателями, вы понимаете, как работать с партнерами, инвесторами, налоговой. То есть мы здесь говорим про юридическую налоговую составляющую бизнеса, то есть конкретно наши казахстанские реалии, наши законы, наши там налоги и тому подобное. Модуль команда, да, то есть как правило к этой неделе уже у вас сформируется, ну, такой пул заявок, такой пул клиентов, что вы уже в одиночку обрабатывать всю эту историю не можете. А у тех, у кого есть бизнес, вам так или иначе придется нанимать новых людей. И тут как раз-таки мы говорим о том, какие KPI ставить, как проводить собеседование, как вообще работать с командой и тому подобное. То есть программа у нас достаточно комплексная, и мы рассматриваем ее, ну, с разных сторон. Модуль масштабирования – это последний блок, на котором мы говорим о том, как найти узкое горлышко в своем бизнесе и
и вы по факту внедряете вот эти управленческие таблички. Важно сказать, что управленческих табличек не было до этого ни на одном потоке. Это будет новый блок, ну, в смысле, вот, начиная с 11-го, где мы будем уже говорить более детально, углубляться в таблицы, в эти всякие цифры, которые помогают вам управлять своим бизнесом. Мы погружаемся в такие вопросы, как кто клиент, анализируем конкурентов, это важно. Бренд-платформу с вами строим. Мы даем вам в рамках программы 14 техник для правильной выбранной бизнес-идеи. То есть сегодня я вам не дал ни одной техники, там я дам вам 14 различных способов, как выбрать бизнес-идею. Я дам вам 2400 проверенных ниш, которые можно, ну, откуда можно черпнуть бизнес-идею. 17 файлов, которые в процессе обучения помогут вам ну, увеличить прибыль. Важно, что все эти файлы вы можете получить еще прямо уже завтра, то есть еще до старта курса. Даем файл пошаговый анализ конкурентов, 33 способа захвата клиента через сайт, пошаговый план открытия интернет-магазина, пошаговая видеонастройка рекламы в Facebook и в Instagram. То есть важно понимать, что вы сами своими руками сможете настроить рекламу в Facebook и в Instagram, а действующие предприниматели смогут понять нюансы и, ну, делегировать на специалиста. Да? Файл 400 ниш, файл 2000 ниш, файл «Как сделать лендинг-пейдж с продающим дизайном, с продающей структурой». Все это мы вам даем абсолютно бесплатно, бонусом. Файл видео по тому, как настраивать рекламу в Гугле и в Яндексе. Это тоже идет вместе с нами. 300 плюс предпринимателей проходят курс вместе. То есть это огромная, просто, как вам объяснить, огромная движуха людей с абсолютно разными нишами, с абсолютно разными компетенциями, опытом, доходом и тому подобное. То есть такое вы нигде не встретите, такое, ну, сами вы не создадите, ребята. То есть это важно понять. Это огромное просто сообщество людей, которые в единицу времени проходят вместе с вами. У нас учатся люди как без бизнеса, то есть без опыта, так и люди, которые уже имеют опыт. Год, два, три, там больше пяти лет и тому подобное. Программа решает следующие цели. Вот давайте с вами немножко покоммуницируем, да, буквально быстро. Вот кто бы из вас, например, хотел, если запишется к нам на программу, получить системные знания в сфере ведения бизнеса? Кто бы хотел? Вот, огонь. Вот, видите, эту цель закрывает. Кто бы просто хотел увеличить доход, прибыль? Ну, вот просто бабки, кому нужны? Супер, отлично. Кто хотел бы найти идею для бизнеса, найти нишу? Отлично. У кого с мотивацией вот проблемы, вы бы хотели получить мотивацию, какой-то пинок, вот что-то такое. Отлично, вот видите. То есть программа решает много различных целей, я назвал лишь часть из них. Например, как найти инвесторов, партнеров, как поменять окружение, да, как научиться оценить франшизы, бизнес-проекты, в принципе, найти новых друзей, это все программа решает. У нас есть наставники, то есть это люди с опытом, действующие предприниматели, которые помогут вам пройти этот курс более эффективно. Что вы получите от работы с наставниками? От работы с наставниками вы получите индивидуальное решение вашей проблемы. Это важно. То есть вы все разные, ребята. У кого-то ноль, у кого-то доход 200 тысяч, у кого-то доход 5 миллионов. Вы все абсолютно разные. Поэтому вам нужен индивидуальный подход. Кто с этим согласен, поднимите руку. Вот. В результате этого есть наставники, которые работают с вами персонально, индивидуально. Это мини-группа из 10-15 человек, то есть очень мало людей, сжатый круг, где с вами уже идет работа, да? И, разумеется, я больше чем уверен, у вас есть вопрос, да, каких результатов достигают, ну, там, наши студенты, наши ученики. И вопрос, ну, такой, справедливый. Как я уже говорил, через нашу программу прошло более 3000 человек. Разумеется, всех пригласить мы сюда не можем, но мы пригласили небольшое количество ребят, которые готовы поделиться тем, что с ними там происходило, какие трансформации, что они использовали и тому подобное. Давайте под аплодисменты послушаем их и пригласим сюда на сцену. Ребята, я сейчас дам свой микрофон, он лучше, потому что сразу обращу ваше внимание, ребят, что на слайде мы специально пишем там сайты либо инстаграмы ребят, чтобы вы могли в случае чего найти их в интернете, чтобы не думали. Я точно знаю, что всегда есть какое-то количество небольшое людей, которые думают, что это актеры, которым мы платим за то, чтобы они сюда пришли. Вот, поэтому, да, поэтому там есть специальные сайты, там инстаграмы, зайдите, посмотрите, ну как бы это действительно все настоящее, нормальное. Так. Окей, ребят, только недолго, давайте начинать. Кто будет? Майя, первая. Меня зовут Майя, я основатель бренда «Мадам Шанталь». Продажа, оптовая продажа чулочно-носочных изделий.
Вот, работаю на рынке Казахстана более 20 лет, как бренд существуем 4 года. Узнала о проекте через своего знакомого, проходила Монсту 10, вот эту предыдущую. Вот точка А был миллион, точка Б закрыла 8 миллионов 900 тысяч. В общем, перед проектом стояли задачи структурной реорганизации компании и внедрения интернет-продаж. Но когда меня разобрал Артем, там оказалось задач намного больше. А вот результатом проекта оказалось, я почистила очень жирный свой склад, как говорит Артем. А помимо основных продаж, я продала более 110 тысяч штук наименований. А вот, создала новую команду, новый отдел продаж. А за это время научилась выводить из бизнеса деньги, хотя мне казалось, что это будет катастрофа. Вот, за это время я купила квартиру и приобрела новый павильон торговый, 1000 квадратных метров. Приходите в гости, да? Да. А сейчас пытаюсь, тоже учусь делегировать полномочия. Конечно, тяжело, мне кажется, лучше меня никто это не сделает. А вот, ну что еще сказать? Вроде все сказал. Все, спасибо. А еще иду учиться дальше на ярость. Я понимаю, что нужно учиться много и долго, поэтому решила записаться к Артему на ярость. Да, есть еще просто одна программа для действующих предпринимателей с доходом от миллиона тенге. Вот, поэтому, ну, если так интересно, потом у ребят спросите. Друзья, добрый вечер всем. Меня зовут Марина, у меня ниша языковая школа. С этим бизнесом к Артему я пришла, когда было 2 месяца в моей школе и 0 клиентов. Я также попала сюда на мастер-класс. И я увидела рекламу в Инстаграме, а накануне я своему супругу говорю, ну вот не развиваемся, я не двигаюсь. Нужны какие-то инструменты, нужно продвигаться, нужна реклама. Но я вообще ноль в маркетинге, вот это не моя сфера. И через пару дней выходит в ленте Инстаграма реклама Артема, и я говорю мужу, да я вот записалась, давай сходим там. Да, ну, были уже на этих мастер-классах, ну, еще посмотрим, может, ну, что-нибудь да возьмем для себя полезное. Ну, я вообще к категории таких людей отношусь, которые легкие клиенты. Меня вот зажечь 2x2. А вот мой супруг, он совсем другой. Он 499 раз отмерит все, взвесит, а потом скажет, берем. И мы пришли на мастер-класс вдвоем. И в конце, когда нужно было принять решение идти мне на этот курс или нет, я сижу, думаю, ну ладно, там даже ничего не говорю. Он говорит, возьми 5000, иди оставь задаток. Да? Он говорит, да. И я побежала, оставила. Я просто вам хочу сказать про то, что это человек, который действительно был поражен, я не говорю про себя. Вот. В общем, началась Монста, через 3 месяца я ее долго ждала. Я пришла с точкой Б 70 тысяч, с точкой А 70 тысяч и ушла с точкой Б 623 тысячи тенге. Вот, применила все инструменты маркетинга, которые давал Артем, сама, не делегировала, ну, тоже супруг помогал, но без специалистов. Если бы я еще могла привлечь других на тот момент, специалистов, это были бы другие совсем цифры. Вот, заточены мы на мощное образование, образование дорогое, и потому что мы считаем, что в принципе хорошее образование должно быть дорогим, по-другому просто не может быть. Вот, что хочу сказать об Артеме. Мне не все нравится в этом человеке, но я его однозначно уважаю. Ну, это откровение, да? Раз, раз. Ты, наверное, нажала кнопочку. Кнопочку нажала, наверное. Нет, кнопочку нажми, Марин, по центру. Да. Поэтому я однозначно рекомендую, вы прокачаетесь со всех сторон, вот то, что программа была указана у Артема.
Я еще сама как педагог хочу сказать, что Артем реально мощный педагог. Я просто это с профессиональной точки зрения сужу. И ваша жизнь будет однозначно другой. По-другому просто быть не может. Всем привет, меня зовут Алексей, я директор транспортной компании Allianz Tech. Как я попал на Монсту, наверное, расскажу. Я два года смотрел за Артемом, наблюдал. Я знал его до Монсты, до всего этого, до таких залов. Приходил на его мастер-классы, когда собиралось 10-15 человек в зале. Но у меня были сомнения. На тот момент, когда я с ним познакомился, у меня не было ничего. Потом как-то я открыл бизнес. В течение 3 лет я боролся с какой-то посредственностью, у меня был потолок в цифрах. Я не мог, то есть, побороть какие-то страхи, не мог внедрить какие-то инструменты, потому что не знал, как это все вообще делается. С точкой А я пришел 5 миллионов тенге, ушел с точкой Б 15 миллионов 700 тысяч. И... Спасибо. Ну, мне 23 года, да. На Монсте что мы сделали? Мы внедрили все инструменты маркетинга, видео, квизы, это вы все будете проходить, как это все делается. Мне казалось, это что-то нереальное. Оказывается, там ничего сложного нету, все это делается, если есть желание, есть правильный наставник. За время Монсты, на Монсте точнее, я приобрел еще одну фуру. У нас на данный момент 3 машины, также работаем как посредники. Что могу сказать? Наверное, действительно, оно того стоит, чтобы пойти туда, чтобы все это испытать этот курс, эти 1,5 месяца, и ваша жизнь действительно изменится, вы не будете жить по-другому. Также полезно, я думаю, также полезно для тех, кто, в принципе, не знает, чем заняться, он найдет себя. Найдет себя, найдет окружение. В этом окружении нельзя не работать, нельзя не делать. Хотя бы попробовать это стоит, а дальше просто ваше сознание вас само направит, то есть в путь, да, так скажем. Спасибо. Сейчас. 1,5 месяца. За Монсту, да. 7 недель. Чистый. Чистый доход. Маржа на себя выведена. В обороте. Выручки, да, около 30 миллионов. В чистых деньгах 15-700. Кстати, я до этого, еще до Монсты, я не считал деньги. Как у меня вообще, откуда я столько зарабатываю? Я пришел на Монсту, мы начали это все считать. Поняли то, что можно, оказывается, делегировать 90% задач, в которых я был зашит, и у меня просто не было времени на развитие. То есть я нанял себе помощника, там мы начали выстраивать отдел продаж, мы внедрили рекламу, все это выстроили как должно быть. И то есть у меня появилось время на то, чтобы стратегически, да, выстраивать компанию, зарабатывать деньги и просто видеть, откуда они приходят, в что стоит бить действительно. 1,5 месяца. 7 недель за Монсту. Ну, конечно. Я открыл эту компанию на 2-м курсе университета. На 2-м курсе университета я открыл свою компанию. Он пришел в 105. Да. В прошлом году я закончил университет, и то есть рост развивался. Окей, поехали дальше. Всем здравствуйте, меня зовут Дина. Моя ниша – это шторы, мебель, реставрация мебели. Здесь я конкретно прокачивала реставрацию мягкой мебели, задолбала Артема. Вот. Хочу сказать, у меня моя точка А 941 тысяча была, и я уперлась в потолок. Я не могла делегировать, я не понимала, как это делается. Мне было страшно. Я как бы сама и водитель, сама и заказчик, сама и рекламщик. Ну, в общем, только изготавливали мои ребята. Я сама технолог-швейник, как бы, я очень устала, я стала выгорать. За Артемом я тоже, да, смотрела в Инстаграме, я понимала, что мне это просто нужно. И я реально здесь выросла. Вот, я закрыла точку Б, 2 миллиона. Причем это легко. Тут, знаете, не боишься ошибиться. Тут можно спрашивать, это
так получится или не получится. То есть здесь все ребята открыты, здесь еще такой момент тренерства, я спрашивала у ребят, и ну, никто не оставался равнодушным, давалась конкретная как бы расшифровка, что мне делать. Я тут научилась делегировать, то есть я наняла отдел продаж, я вообще не понимала, что это такое. Вот у меня сейчас работает отдел продаж, я не понимала, что такое таргет, я не понимала, что это контекст, что вообще с чем едят и вообще что, как это вообще, ну как бы просто набор слов. Я выкупила пакет VIP, там просто можно было прийти двум людям. Я взяла с собой сына 13 лет. Он у меня, это же поколение, ну, мыслят абсолютно по-другому. То есть он создал сайт, который единственный пропустили, сказали, можно давать на рекламу. И он очень сильно здесь, ну, как сказать, изменился, не знаю. Если в 13 лет он это смог сделать, я представляю, и дай бог, я ему желаю, чтобы у него все получилось. И я вам хочу сказать, то есть никогда не рано и никогда не поздно. То есть моему сыну 13, мне 46, и я считаю, еще все впереди. Огонь, спасибо. Олег, давай. Здравствуйте, меня зовут Олег Ким. Я занимаюсь на данный момент газификацией, продажей отопительного газового оборудования. На Монсту я пришел с точкой А 0 у меня было, а точка Б 1 644 000. Да, я вот на Монсте научился зарабатывать деньги, да, для меня это нонсенс был, без первоначального капитала, то есть я не знал, как это так, там ничего не надо покупать и уже можно что-то продать. Ну, с помощью Артема и тренеров, очень крутых тренеров, я это все освоил, освоил много приемов маркетинга. До этого я даже не знал, что это такое. Вот. Здесь очень выступает очень много крутых спикеров, прям супер полезный контент, который взрывает все. Вас всех выгонят из зоны комфорта, это однозначно, это будет прям шок, но это будет стряска такая. Вот. Ну и вы познакомитесь между собой, это будет вас мотивировать. Вот, и развивать благодаря Артему, тренерам, как бы, да, я вот развился. Дальше надо, я вот осознал, что реально нужно учиться, постоянно учиться. Рынок меняется, ребята вот с Монста, они постоянно следят за тенденциями рынка, вот, и все это адаптируют, все это делают. Удачи вам всем. Спасибо, ребят. Спасибо. Давайте мощно и бурно похлопаем ребятам. Остаемся на своей волне, и несмотря ни на что, идем туда, где свет. Остаемся на своей волне. Так, окей, поехали. Также, если кому интересно почитать, то можете в интернете, в инстаграме, точнее, в инстаграме по хэштегу отзывы, нижнее подчеркивание Монста, посмотреть более чем 700 там плюс отзывов различных комментариев. Но вот такие посты, где люди пишут сами, то есть как бы делятся ну, впечатлениями, да, вы можете любому из них написать в директ, посмотреть их фотки, их семью и все остальное. Ну, то есть, как бы мы открыты достаточно, вот вам с разных выпусков выпускные, где люди сами делятся впечатлениями, результатами и тому подобное. Вот, переходите, смотрите это в инстаграме. Окей, об этом я, в принципе, вам говорил, что у нас помимо людей, которые вот, ну, только начинают, стартаперов, есть еще и крупные предприниматели, и я не буду это перечислять снова, я просто вам скажу, что есть люди, вот, у которых уже есть бизнес, и они почему-то сидят с таким мнением, что типа нафига мне самому этому учиться, зачем, у меня есть сотрудники и специалисты, они все за меня делают, мне этого достаточно. Но вы не понимаете, что ваши специалисты, скорее всего, вас, ну как вам объяснить, сказать помягче-то, да? Да, на Е, потому что если вы не понимаете в каком-то вопросе, вы не знаете, как квалифицированно делегировать и поставить задачу. Кто знает Ларису Ивановну Хачу? Эдгар, ресторатор, учился у меня, крупный ресторатор. У него несколько различных ресторанов. Как вы думаете, он дурак? Конечно, нет. Он когда пришел ко мне, у него кафе Лафет, сеньор Помидор, у него был этот сеньор Помидор и кафе Лафет. Какой-то из них, сейчас не могу сказать, минусило минус 1,5 миллиона. Он не мог понять, что за херня, и точка проходимая, и все. То есть он уже в этом, ну, собаку съел, он опытный ресторатор. Он пришел ко мне, и он просто распустил весь свой отдел маркетинга, потому что они, оказывается, делали вообще не то.
потому что он погрузился и понял нюансы. Фифочка, например, Оля, да, Погуляева, она пришла, когда она изменила просто мотивационную систему своим сотрудникам, поменяла им KPI и просто на этом зарабатывать начала больше, не вкладывая в маркетинг. Вы должны понимать, что действующие предприниматели, те, кто сидит там на сотруднике, вы находитесь в среде, ну там вот с кем-то общаетесь, но у вас она очень маленькая. Когда у вас очень много взглядов со стороны, люди там опытные, которые со стороны могут на вас посмотреть, вы можете вырасти в деньгах, получить сильное окружение и тому подобное. Это важно понимать, что чтобы квалифицированно поставить задачу, ее делегировать, нужно разбираться в процессе. Это важно. Невозможно сказать кому-то построить дом, если ты в жизни не строил дома. Но это важно. Понимаете? То же самое и, собственно, здесь. А на текущий момент есть три пакета. Пакет стандарт, пакет бизнес и пакет VIP. А, вот. Пакет стандарт, что туда входит, быстренько пробежимся. Это 7 недель, 7 практических занятий, 300 плюс предпринимателей, коллективная работа в небольших группах по 10 человек. То есть вы друг другу помогаете, друг друга мотивируете, друг друга ведете, так сказать, к цели. Полный доступ ко всему бонусному пакету, стоимость этого пакета 993 бакса, мы вам абсолютно бесплатно даем. Все эти файлы, чек-листы, видосы, все-все-все то, что вы, собственно, видели. А еженедельные встречи с другими участниками, то есть помогают вам двигаться, ну, к своей точке более продуктивно. А домашнее задание, разумеется, которое, как я уже говорил, ведет вас к цели, и с помощью него вы зарабатываете деньги. Ну и самое важное, то, что после того, как вы пройдете обучение, вы попадаете в закрытый клуб Монстра, у вас есть возможность общаться с людьми, которые проходили Монстра 1.0, 2.0, 3.0, 500.0. То есть, ну, грубо говоря, это на бесконечность. То есть у вас есть возможность общаться с разными предпринимателями абсолютно из разных сфер, с разным уровнем дохода. Это реально круто. Вот, ну, Алексей в 23 года, например, ну, реально имеет 3 фуры, ребята. У меня лично в этот момент, ну, мне охота его убить. И это же реально инсайт, ну то есть он что-то делает по-другому, да, и с этим человеком прикольно общаться, вот, это важно понимать. Пакет бизнес, это все преимущества пакета стандарт, то есть то, что вы имеете, то, что я перечислил на пакете стандарт, дополнительно вы имеете ряд преимуществ. Первое, вы сидите ближе, то есть у вас с 4 по 9 ряд. Второе, вы получаете тренера, наставника, личного тренера, который будет с вами на протяжении 7 недель 5 раз встречаться и разбирать ваш бизнес, либо вашу ситуацию. Он вам поможет выбрать нишу, поможет найти рычаг в бизнесе, поможет внедрить инструменты маркетинга и тому подобное. Вы получаете чек-листы по бизнесу дополнительные и 5 тематических видеоразборов от, собственно, меня. Да? Итого на пакете бизнес вы получаете 12 занятий, на пакете стандарт вы получаете 7 занятий. Вот. И есть пакет VIP. Пакет VIP. Пакет VIP это все то же самое, что на пакете бизнес, ну, входят все преимущества. Плюс дополнительно есть ряд преимуществ. Первое, о чем говорила Дина, вы можете взять плюс одного человека на любые 4 занятия. Это может быть сын, брат, жена, любовница, партнер, хоть кто, маркетолог, продажник, любой один человек. Это может быть, который, ну, вместе с вами будет ходить, развиваться, прокачиваться. Это очень круто. Дальше, вы получаете VIP-место с 1 по 4 ряд. Разумеется, кто сидит ближе, тому, ну, больше чувствуется энергетика от спикера, там где-то видно лучше и тому подобное. Да? Вы получаете в рамках пакета VIP 5 разборов, но уже от VIP-наставника. То есть принципиальная разница VIP-наставника то, что а, он зарабатывает больше денег, а второе, он имеет большую компетенцию в передаче своих знаний. Это тоже очень важно. Вот. Помимо этого, на пакете VIP вы получаете закрытую встречу со мной. То есть на текущий момент встретиться со мной как-то, ну, в принципе, невозможно. Только в очень индивидуальных случаях, и то за деньги. Ну, то есть это недешево. И люди как бы, ну, хотят, да. И поэтому мы включили в этот пакет закрытую встречу со мной. В чем ее преимущество? Я смогу вам ответить на те вопросы, на которые вам, возможно, никто не сможет ответить. Я не претендую на звание лучшего предпринимателя, ни в коем случае. Но я точно претендую на эксперта в маркетинге и продажах. Я умею продавать много и дорого. Я погружался в разные бизнесы, начиная от каких-то просто мелких бизнесов до достаточно крупных. Это важный, ну, важный процесс. То есть. И не каждый крупный предприниматель, который в десятки раз крупнее меня, погружался в такое количество бизнесов. Это тоже вот, ну, вы должны понимать, да? И эта вот встреча здесь есть. Помимо этого, вы получаете онлайн-курс на выбор. Вот 3 онлайн-курса, любой из них вы можете получить на выбор. Выбор дела клиента за 24 часа, найм эффективных сотрудников и секрет успешных продаж. Также в рамках пакета VIP вы получаете 2-дневный курс Атом. Вы можем его дать, то есть вы еще до старта программы сможете его просмотреть, и у вас уже структурируются знания. И вы
в рамках пакета VIP имеете доступ к записи занятий на целый месяц. То есть у вас есть возможность потом пересмотреть любые занятия и что-то восстановить, либо дать каким-то своим специалистам, чтобы они вместе с вами посмотрели и развивались. Вот. На пакете VIP идет 15 занятий. То есть это самый крупный пакет, разумеется. Здесь больше ценностей и больше разных частичков. Да? Давайте перейдем к цене уже, я вас не буду томить. Цена следующая. Пакет стандарт 220, пакет бизнес 350 и пакет VIP 550 тысяч тенге. Вот, это цены наши, ну, собственно, стандартные. Я всегда даю спеццену, то есть это, ну, ни для кого не секрет. Для всех людей, которые приходят к нам на бизнес-практикум, у вас всегда другая цена, ну, спеццена, да. Поэтому для участников бизнес-практикума, то есть если вы будете покупать как-то иначе, у вас будет, ну, та цена. Для участников бизнес-практикума цена следующая. Пакет стандарт вместо 220 вы сможете приобрести за 164, пакет бизнес вы сможете приобрести за 259, за вместо 350, то есть экономия почти что 100 тысяч тенге. И пакет VIP вы можете купить за 390 вместо 550 тенге. То есть хороший скидон, хорошая спеццена, которую, ну, вы сможете приобрести благодаря тому, что вы сюда сегодня пришли. Окей. Буквально пару слов вам скажу, почему выгодно вписаться именно сейчас, именно в этот поток. Первое, первое. Каждую неделю цена растет. Почему я рекомендую записаться именно сейчас? Потому что цена растет каждую неделю. Меня всегда люди спрашивают, я могу записаться в сентябре? Программа стартует 14 сентября. Ты можешь записаться в сентябре, проблем нету. Если есть места, и второе, ты будешь покупать уже по сентябрьским ценам. Это важно. Второе. Сентябрь – это начало сезона. Почему не стоит откладывать на следующий поток, там, на следующий год или что-то такое? В сентябре люди возвращаются с отпусков и тому подобное. Студенты сюда приезжают, то есть начинается движуха. Сентябрь – это шикарный сезон для того, чтобы внедрить, прокачать свой бизнес и в ноябре, в декабре сорвать просто куш. В декабре не зарабатывает только, наверное, тот, кто продает велосипеды. То есть если вы сейчас усилите свой бизнес, вы в декабре и в ноябре реально заработаете, ну, хороший кэш. Если только у вас, ну, там не сезональность какая-то, но это исключение из правил. Во всех остальных случаях в декабре всегда хорошие продажи. Ну и третье, это мое личное участие на всех пакетах. Мне, если честно, вот, ну, откровенно вам сказать, не очень нравится по выходным занимать свое время. Поэтому, ну, процесс идет к тому, что я буду выходить из обучения, нанимать каких-то спикеров, протеже своих. И, разумеется, я убежден, что чуть качество где-то там, ну, потухнет. Да? Поэтому, если вам очень важно, чтобы я именно вел программу, а сейчас я ее веду на всех пакетах, то это лучшая возможность, чтобы записаться. Ну и у меня всегда есть бонус для самых быстрых. Это для тех людей, которые уже сейчас вот в зале сидят и уже готовы. Да, я готов записаться. Где можно записаться? И тому подобное. Записаться можно там. Там сидят наши прекрасные девчата. Записаться можно там. И есть бонус для самых быстрых, для очень ограниченного количества мест. Сразу скажу, это только 20 человек. Только для 20 человек. Поэтому, если места потом закончатся, я предупреждал. То есть записываться можно, в принципе, сразу, когда вы узнаете. Для первых 20 человек, которые готовы, ну, записаться, вам идет в подарок абсолютно бонусом закрытая встреча с VIP-наставниками, стоимость которой 100 тысяч тенге, вам будет она абсолютно бесплатна. В рамках этой программы еще до старта курса вы сможете задать любые вопросы, получить разбор, вам могут помочь с нишей, найти узкое горлышко в своем бизнесе. То есть это для первых 20 человек, которые запишутся вот, собственно, там, где сидят наши девочки. Можно уже, в принципе, это делать, вставать потихоньку без проблем, записываться. Потому что, ну, места закончатся быстро, а я потом, ну, вас предупреждал. Да, вот уже как бы минус и все. То есть эта встреча, ну, очень крутая. Это VIP-наставники, которые будут, ну, здесь живую сидеть, и все. Да, поэтому надо как бы не тупить, надо записываться. Вот. Вот. Да. А есть кто, например, сомневается, что типа, ну, у меня нет ниши, надо уже прийти с какой-то ниши. Есть кто такой? Да, супер, отлично. Ема. Так. Смотрите, есть возможность купить наш курс. Если у вас сейчас нет возможности купить полную программу, вы можете приобрести онлайн-курс «Выбор дела клиенты за 24 часа». Он стоит 50 тысяч тенге. Я вам сейчас его покажу. Ребят, давайте со светом запустим просто. Можно запустить, да. Просто как он выглядит, я покажу. Привет!
Рад приветствовать вас на своем онлайн-курсе «Выбор дела. Клиенты за 24 часа». Курс состоит из коротких видео, в каждом из которых раскрывается та или иная тема. Программа построена так, что после каждой темы вам необходимо выполнить задание. Доступ к следующему видео будет открываться только после его выполнения. Именно вот такой практический подход контент-внедрения приводит нас к результату, так как сама по себе информация не двигает нас. Поэтому относитесь очень серьезно к выполнению всех домашних заданий. В рамках программы вы сами сделаете сайт и запустите рекламу. Задача этого курса, чтобы вы определились с бизнес-идеей и получили первых клиентов. Сейчас мы рассмотрим 13 направлений, которые помогут вам определиться с бизнес-идеей. Вот, собственно, вот так выглядит этот курс из маленьких видосов. И у меня для вас есть, так сказать, подарок или бонус. Вы первый вариант. Можете купить этот курс отдельно за полтинник, если у вас нет возможности купить полный курс. Эта программа поможет вам выбрать нишу и получить первых клиентов. Это важно. Там настройка рекламы, там все есть. Но всем тем, кто запишется сегодня, этот курс идет абсолютно бесплатно в подарок. То есть помимо основного курса «Монсты», мы готовы дать вам вот это вот, которое стоит 50 тысяч тенге, абсолютно бесплатно. Поэтому все те, кто сомневается, типа у меня нет ниши и тому подобное, вы сможете прямо завтра начать смотреть этот курс и уже выбрать нишу и запустить, и получить первых клиентов еще до сентября. Это важно. Поэтому я рекомендую вам сейчас записаться, чтобы получить этот курс «Выбор дела. Клиенты за 24 часа». Окей. Разумеется, необходимо оставить небольшую предоплату от 5000 тенге. То есть нам не надо сразу, чтобы платили там всю сумму. Небольшую предоплату. Ребят, кто со мной? А то там шумят не очень комфортно. Кто со мной? Супер, отлично. Необходимо оставить небольшую предоплату. Еще раз, вот такие цены. И вот эту спеццену, которую вы видите на экране, она действует не всегда. То есть она не будет для вас всегда. Она до 8 числа. То есть если вы до 8 числа не решите, что вы с нами будете сотрудничать, цена будет у вас, естественно, уже другая, она вырастет, но как бы это факт. Что будет, если вы не приобретете наш курс? Самое интересное, что ничего не будет. Все останется так же ровным ходом. У вас не будет бизнеса и завтра, и послезавтра никогда не будет. Вы как зарабатывали столько, так же и будете зарабатывать. То есть ничего не произойдет. Глупо ожидать новый результат, продолжая действовать по-старому. Вы должны понимать, от того, что вы не приобретете курс, ничего просто не произойдет. Просто ничего не произойдет. Останется все так же. Вы также не будете путешествовать, также будете недовольны своим доходом, также будете зашиты в операционке, в этом болоте, на нелюбимой работе и тому подобное. И также будете считать копейки. Это важно понять, что ничего не произойдет, просто останется все так же. Если вы хотите это поменять, вам необходимо записываться. Цены такие, еще раз покажу вам цены. И спеццена действует до 08. Вот. Окей. Прежде чем мы перейдем к контенту, я вам сейчас еще отвечу на парочку ваших вопросов. Очень часто люди спрашивают, что мы реально найдем нишу. Я всегда на это говорю, конечно, найдем, а что мы будем с вами делать все 7 недель? У нас нету с вами, собственно, выбора. И помимо этого, я вам даю возможность взять курс «Выбор дела. Клиенты за 24 часа» абсолютно бесплатно и начинать выбирать нишу, настроить рекламу, получить первых клиентов и еще до старта программы окупить ее стоимость. Это важно. Второе. Кто-то считает, что это дорого. Есть кто считает, что дорого? Вот. Есть кто считает, что дорого. Это вполне возможно нормально, но давайте я вам расскажу следующую историю. Возьмем минимальный пакет. Он стоит там 160 тысяч тенге. Поделим его на 7 недель. Это получается по 20, сколько там, 2000 тенге в неделю. В неделю. Поделим это на 7 дней. Это получается по 3000 тенге с небольшим в день. Что необходимо делать такого, чтобы не зарабатывать на своем бизнесе 3 косаря в день? Ребята, это нереально. Окупаемость программы 100%, если вы реально делаете те действия, которые мы вам даем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и все такое. Это факт. То есть не окупить вы точно не сможете, если будете делать. Я в этом более чем уверен. Третье, есть люди, которые говорят, нет времени. И в этот момент у меня всегда такая некая улыбка, потому что самые занятые люди мира, политики, художники, актеры, бизнесмены, у них у всех есть время на развитие, а у вас нет.
У человека нет времени тогда, когда вам это не важно. Вы должны понимать, что ничего просто так не поменяется. Вот я смотрю на вас в зале, большинству из вас около 30, либо далеко за 30. И у меня к вам вопрос, сколько еще пятилетий вам необходимо, чтобы вы приняли то правильное решение? Сколько еще вы будете откладывать и сомневаться? Это же важно. Что времени всегда нету на то, что для вас не важно. Если вам не важно измениться, то как бы окей, вопросов нету. Но время в любом случае придется найти тогда, когда вам уже сильно припечет. Ну и четвертое, почему стоит купить именно у нас? Есть аргументы, почему-то люди про них забывают. Первое, у нас все вживую. Мы единственная программа, которая проходит вживую, не онлайн. Мы адаптированы под казахстанский рынок. И третий аргумент, почему у нас стоит купить, потому что у нас что? Есть наставники и есть практические видеоматериалы, которые мы даем вам, и вы можете сами настроить рекламу, сделать себе сайт, не прибегая к помощи специалистам, то есть не тратя на них деньги. Вот. Ну и заканчивая мою, так сказать, спич касательно курса и переходя уже к контенту, я закрою свой блог по факту последним таким. Что будет, если вы будете двигаться самостоятельно? Первое, вы потеряете деньги. Потому что неправильно настроенная реклама – это сразу потеря денег. Неправильно настроенный сайт – потеря денег. Если у вас нет ниши, вы выберете не ту нишу, вложите деньги, прогорите и опять вернетесь в то же самое. Либо не выберете нишу, потому что опять вернетесь в предыдущее болото, которое не дает вам действовать. Это важно. Каждый из вас сюда пришел уже не просто так, вы сюда пришли зачем-то, то есть у вас есть какой-то потенциальный интерес к бизнесу, так или иначе. У кого-то есть действующий бизнес, и вы можете это сделать сами, потратить на это годы, а можете прийти к нам и за полтора месяца достигнуть хороших результатов. Ну и самый главный вопрос, который вам стоит себе задать, это стоишь ли ты этих инвестиций. 100-200 тысяч, у вас у всех есть телефоны, которые стоят таких денег, у вас у всех есть ноутбуки, вы все на еду, на кафе, на кино, на всякую фигню тратите эти деньги, но вы не готовы вложить в свое образование в инвестицию, которая останется с вами на всю жизнь. Просто вдумайтесь в это, что если вы сейчас вложите 200 тысяч тенге, и даже если вы в рамках курса заработаете эти 200 тысяч тенге, вы только за полтора месяца их окупите, все остальное на протяжении года – это возврат инвестиций в 2 миллиона. Просто вдумайтесь, если даже за курс вы заработаете 200 тысяч тенге, за 12 месяцев – это 2 миллиона 400. Ребята, это неадекватно. То есть, реально программа стоит копейки относительно тех инвестиций, которые есть. Так, ну все, давайте вопросы. Какие есть вопросы, а потом мы перейдем с вами к следующим способам. Кто хочет задать вопросы, давайте начнем оттуда. Вот так вот начнем двигаться. Ребят, я всех вижу, давай вот парень на первом ряду. Не-не, с микрофоном. Приветствую, меня зовут Станислав. Артем, хотел спросить, какая у вас реальная сейчас конверсия на сайте? Вы так хорошо рассказываете про таргетинг. И вообще, как вы считаете лиды? То есть многие считают лиды – это любой потенциальный клиент. Кто-то считает конкретно человек, который пришел и уже готов к покупке, по сути, горячий клиент. Да, смотри, конверсия нашего сайта, вот так как мы имеем разные продукты, конкретно на бесплатный мастер-класс, у нас конверсия около 30%. Это на этот OneDos. А что касаемо лидов, смотри, у нас тоже есть разные промежуточные лиды. Есть лид, который просто оставил заявку, есть качественный лид, это тот, до кого мы действительно дозвонились, он оставлял заявку, телефон корректный. Есть лид, который пришел на мастер-класс, это другая уже стоимость. Он подтвердился, сказал, что да, я приду. Есть конкретный, который пришел. То есть мы меряем каждый вот этот этап. Потом у нас есть стоимость клиента. Вот по каждому продукту. Мы используем AMA CRM, и по аналитике мы используем Ройстат. Угу. Давайте. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Мы сейчас видели 5 человек, которые успешные. Да. Я так понял, что у вас 300 человек в 10-м потоке были. То есть мы 1.5% увидел людей, которые успешные были. Какой процент тех, кто недоволен курсом? Процентов 5. Процентов 5 есть, да? А в чем причина, почему? Ну, смотрите, тут можно рассматривать с двух сторон. Возможно, им действительно что-то не понравилось, мы не можем нравиться всем, это факт. И глупо было бы, наверное, со сцены говорить, да, нет, у нас все шикарно, да. Конечно, кому-то мы не нравимся, но есть люди, которые не умеют смотреть правде в глаза, и они сами ничего не делали, не сделали результат и винят нас.
Возможно, имеют на это право, возможно, нет. То есть, как бы, но это нормально. Но то, что мы имеем, ну, то есть, очень хороший, как сказать, процент крутых результатов людей, это говорит о том, что, ну, по крайней мере, мы за эти два года очень сильно выросли. Это как раз говорит о том, что у нас очень много людей с сарафану рекомендуют, ну, и тому подобное. Ну, спасибо. Давайте вот сюда, Ермен. Кстати, еще, ребят, может записаться, пока мы вопрос задаем, и получить бонусы. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вы немножко рассказали про второй курс, который... Про ярость, да. Да, да, про ярость. Можете рассказать про это немножко? А в двух словах, есть программа «Ярость», я ее особо не афиширую, это для действующих предпринимателей, которые зарабатывают от миллиона тенге чистых денег. Вот. Программа настроена на построение системы в бизнесе, на увеличение прибыли и на выход собственника из операционных процессов. Программа более углубленная, она немножко другие вопросы затрагивает, там лично веду я, там разбираю и все такое. Ну, то есть это лучше спросить у ребят, они вас запишут, проконсультируют, там скинут презентацию, вопросов нет. Спасибо. То есть туда не имеют доступ те, которые там только начинают, там жесткий фильтр по доходу, по окружению. Давайте. Артем, у вас так же, как и на БМ, да, получается, по 10 человек команда, вы даете задание, или вы на общее, как говорится, обозрение, или вы индивидуально работаете с тем человеком, который пришел? То есть, у нас есть тренера, которые касательно той компании, которую вы назвали, у них онлайн. Это важно понять. У них, да, у них идет Петр, он онлайн, там идет презентация, да, все дела, но у них дается как, у них 10 человек команда, этой команде дают. Нет, это понятно, задание, смотрите, концепция онлайна, она изначально вот в таком формате, как вы есть, она менее эффективна, это раз. А второй момент, у нас есть наставники, тренера, которые уже работают с вами персонально, это вот к вопросу о том, идет ли работа персонально или нет. Что касаемо общих занятий, которые веду я, без проблем я могу к любому человеку подойти, ответить на его вопрос, разобрать его, то есть я на коннекте со всеми. Я просто уже четвертый бизнес открыл-закрыл, как говорится. Вот сейчас на пятый иду, на рекордный. Но пока, как говорится, надо пробовать. Это да. Хорошо, когда есть упорство. Из-за этого я просто был на БМ, смотрел, и ваша программа, почему меня это заинтересовало, у вас более разбор полета более эффективнее идет. Да. То есть для моих мозгов, по крайней мере, это понятно. Не знаю, как для других. Угу. Вот поэтому... Записывайте, вы записались? Нет, я не записался. А потом еще. А что? Сейчас пойду записываться. А. Я не пытаюсь попасть в двадцатку, которая там понял. Будет бонус. Ладно. Но тем не менее. Хорошо. Не хочу на голову ставить. Понял, хорошо. Так, давайте. Разбор, например, какого-то определенного человека, да, его бизнес проходит на каждом, на всех трех, или же персональный разбор на каком-то определенном пакете? Нет, а разборы с тренерами на пакете бизнеса, на пакете VIP, на двух последних. На двух последних, да? Да, справа, которая. Там есть тренера и наставники, они с вами работают. Давай. А вот, девушка, давай оттуда начнем. А, индивидуально, да. Ну как, индивидуально, в мини-группах по 10, по 15 человек, и там уже персонально работают. Понятно, да? Давай. Касательно обучения, вот я записалась, меня интересует вопрос, я видела 300 человек, да, в группе, минимальное и максимальное количество человек в группе обучения. Непонятен вопрос. Нет, смотрите, есть общие занятия, например, которые проходят по воскресеньям. Да. А там идет поток, большой поток. Угу. А потом, почему я говорю, мы возделим... Потом 10-15 человек с тренерами, правильно? Да. А в общем потоке до 300 человек? Ну, плюс-минус, да. Точно невозможно угадать. Меньше, больше, плюс-минус. На первом пакете тоже есть 10-15 человек, вот эти определенные группы, да? Да. Угу. Вы делитесь все на небольшие группы. И еще один вопрос меня интересует. Если, то есть у меня такая работа, я не могу приехать в воскресенье. Как быть тогда? Тогда только онлайн-формат. Ну, есть у нас просто онлайн-формат, тоже вариант для вас. Но это лучше, чем ничего. Либо как-то найти, выкроить время, перестроить график. Хорошо, спасибо. Угу, супер. Давай вот парень, потом вам. Получается, если обучаться, то надо, например, бросать работу, да? Чтобы, я онлайн не хочу, хочу вживую. Не, зачем? Ты можешь параллельно учиться, работать и параллельно обучаться. Просто график у меня, например, 3-1.
Ну, либо ты на это время, ну, там, с начальством обсуждаешь так, чтобы тебе там перестроили, как объяснить, ну, как бы график твой, либо, ну, либо тогда, да, увольняешь. Ну, то есть какой-то выход просто нужно найти. А в неделю сколько раз вообще занятий вы сказали? Ну, по воскресеньям. Первое занятие в субботу, остальные занятия по воскресеньям. Если ты берешь пакет с тренером, то у тебя еще среди недели есть занятия с тренерами. Все, спасибо. Вот здесь парень хотел. Сейчас вам потом. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Я работаю риэлтором и хочу дальше продвинуться. Да. Да. И я хотел узнать, у вас есть ли такие спикера или же наставники, которые именно в этой деятельности? Да, есть. У нас есть Дильшот, он занимается продажей этой коммерческой недвижимости. Все, спасибо. Давайте. Сейчас вам дадим, после вот дадим. Последний вопрос вам дадим. Ага. Здравствуйте. Мне вот вопросик такой. Просто здесь же разные люди. Кто-то совсем не работал в бизнесе, кто-то серьезно работает. То есть, если, допустим, бизнес уже как бы много лет существует, и, в принципе, ну, конечно, что-то улучшить всегда хочется. Да. Вот не будет скучно какие-то моменты, когда будут совсем для начинающих? А вы сколько зарабатываете? Ну, 3-5 тысяч долларов в месяц. Ну, вы можете просто пойти на нашу программу «Ярость». Ну, этот смысл есть начальный или все-таки пойти лучше сразу туда? Не, ну, конечно, лучше пойти сюда и потом пойти на ярость. Она специально так построена, чтобы это как некое продолжение. То есть, если у вас нету даже базовых знаний там, в маркетинге, в упаковке, то, конечно, вам будет не скучно. Но мне вот интересно именно вашим именно маркетинг, потому нет, что скучно, тогда вам все остальное это все не проблема. Нет, скучно вот вам тогда не будет. Современные методы маркетинга, они очень интересны. Нет, тогда вам скучно не будет. Ну все, спасибо. Да. Ага, все, огонь. Давайте вот вам последний вопрос и переступим к контенту. А вот еще вопрос получается этот. Чуть-чуть громче, а? Один день в неделю будет проходить занятие. 9 часов, да, получается? Ну, грубо говоря, плюс-минус весь день, да. 9 часов, допустим. И мы здесь еще и на коленках сайт создаем, и вот на стульях. Как вы держите физически? Нет. А смотрите, ну я вообще стою. Так что, как бы, это ничего страшного. Вы хоть идите, а я вообще стою. Вот. Вы пишете, фиксируете что-то, фотографируете и тому подобное. Потом мы вам даем пошаговые видеоинструкции там, по настройке, по созданию сайта, там, по созданию рекламы и тому подобное. И вы можете дома спокойно это делать. Записанные нами, ну, нашими специалистами. Там. Ну, это онлайн, как бы они не бумажные, они в смысле электронные. Сайт создать... Вы же как-то что-то должны реально, да? Не, мы вам даем, мы, смотрите, мы просто создать сайт, это одна история, а сделать же его надо по правильной структуре, поэтому занятия посвящены тому, что мы вам как раз объясняем подводные камни, как сделать правильную структуру, прорабатываем прототип, а потом даем вам пошаговую видеоинструкцию, по которой вы нажимаете просто, ну, грубо говоря, следуете за специалистом нашим, грубо говоря, и у вас получится то же самое, понимаете, о чем я? Ну, вот Дина же была, она говорит, а? Давай, последний вопрос и поехали. Здравствуйте, очень приятно. Спасибо. Я приехала из Нур-Султана к вам специально. Огонь. Сарафан на радио работает и там, хоть и я отстаю на 2-3 года, Нур-Султан. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы имеете опыт поднимать динозавров, допустим, в поселке стоит завод X, в котором когда-то работало 450 тысяч, ну, человек, 450. И он кормил как бы этот поселок. Угу. Сейчас этот завод X работает всего с 20. А что за ниша? Ну, вообще в целом. Нет, ну просто если вы назовете нишу, я могу сказать, могу я помочь или нет. Это ну, зависит. Ну, ближе к строительству. Ну, это абстрактно. Ну, это не дом из брусьев, но... Смотрите, я не люблю, ну, как бы, людям там просто обещать, что типа, да, огонь. Если вы конкретно нишу назовете, я могу вам прямо сейчас сказать. Хорошо, я к вам отдельно потом запишу. Давайте после этого мероприятия подойдите, останетесь. Окей, а? Че, мы вас пропустили? Кого пропустили? Давай. Быстро только, ребят, а то у нас еще контент есть чуть-чуть. Меня интересует вопрос такой, что вы во всех сферах работаете, в сельском хозяйстве, предпринимательстве работаете? В каком? В сельском хозяйстве. А вы что работали именно? С ними? Что именно, барашки, коровки, что? Не-не-не, а земледелие, именно? Например, выращивание.
Вообще с ними вообще развитие сельского каких-то предпринимателей есть у вас? Ну я говорю конкретно что именно? Что агрономия, например. Агрономия, ты имеешь в виду, в смысле эти, как вот это зовут? Как они там? Это вы про парники, ё-мо, не парники. Не теплицы это. Да, теплицы были. Был у нас теплицы были, да? Мужчина теплицы, он занимался стройкой теплицы, как такой штук. У нас теплицы были. А вот, ну там детально надо уже конкретную нишу разбирать. Теплицы были. А? Давайте последний вопрос. Вот. Останьте потом, я, окей? Артем, спасибо огромное. Спасибо. Очень классно, быстро, удобно. Внятно, понятно. Спасибо. Много участвовал, как сказать, во всяких этих семинарах. Ничего не внедряет, ничего не входит. Так же и ухожу, и дальше свой бизнес веду, и мне ништяк, у меня все хорошо. Ну, сейчас я надумаю и так далее. У меня вопрос не по тематике, у меня вопрос личного характера, если, конечно, Артем, разрешите. Давайте. Помимо вашего вот этого направления, есть ли у вас какое-то другое направление. Можете не отвечать, если не хотите. Это такой вопрос такой. Мне интересно, как человек вы как. У меня просто около 15 направлений в бизнесе. И хочу знать ваше именно. У вас направление, да, прекрасно, шикарно. Аудитория ваша. Я вижу, 75% прислушались, 20% даже пошли туда. Ну, приблизительно плюс-минус. Супер, классно. Есть ли ваш у вас еще направление? Мне просто интересно. Я понял. Спасибо. Я понял. Спасибо за вопрос. Вопрос, на самом деле, популярный. На текущий момент у меня есть только это направление. То есть я ввел e-commerce 5 лет. А в 2017 году, в 2018 году я продал интим-товары. То есть бизнес действующий, можете зайти посмотреть. Ну, то есть я его продал. По текстилю тоже бизнес продал. На текущий момент занимаюсь только Monster Business, потому что есть фокус. А буквально в следующей неделе, два, мы откроем еще маркетинговое агентство. Вот, в котором будем упаковывать бизнес и кейсы. Ну, то есть мы будем не просто там шарашкина контора, которая не дает результат. Ну, то есть мы будем делать немножко по-другому, поиначе, рекламироваться в YouTube и тому подобное. Вот, поэтому это вопрос сейчас недели, максимум двух. Уже нашел правильных людей, с кем мы будем всю эту историю делать. Вот. Угу, все, супер, огонь. Поехали. Седьмой способ, ребят, седьмой способ. Кстати, да, напомню еще раз, пока я вещаю контент, вы можете всегда встать, без проблем подойти и получить, ну, в смысле записаться и получить все эти бонусы, которые я вам говорил, спеццену в том числе. Седьмой способ – это сделай квиз. Есть кто, например, ну, не знает, что такое квиз? Ага, отлично, давайте расскажу. Квиз – это вообще тренд. Тренд 2019 года. Это некий, это тест. Средняя конверсия от квиза, чтобы вы понимали, вот если сайт конвертирует в среднем, да, там вот лендинг обычно, если это не что-то бесплатное, а какой-то продукт, то это примерно 2-3%. Конверсия квиза это 22%. Вот. Вы предлагаете посетителю пройти тест. Кто из вас, возможно, видел, ребят, вы нажимали на какую-то рекламу и потом проходили какой-то тест. Кто видел? Вот, это и есть квиз. Квизы сейчас работают, потому что это определенная геймификация. То есть вы погружаете человека в геймификацию. Я вам покажу сейчас один пример. Это вот Алексей, который был здесь на сцене, вот такой у него сайт был. Он вложил 2 миллиона в контекстную рекламу. Как вы думаете, сколько он получил клиентов? Ноль. Вложил еще раз 2 миллиона в контекстную рекламу, ноль даже заявок. Просто не было ничего. Вот на таком сайте. И после этого он что, как вы думаете, работал он в маркетинге? Он подумал, что это нихера не рабочая тема, и на 2 года забыл. Потом пришел, собственно, учиться ко мне, и сразу сказал, что этот сайт не пойдет, потому что даже непонятно, чем они занимаются. Нету даже элементарного оффера. Мы переделали сайт, вот так это выглядит, вы можете зайти посмотреть. Перевозка личных вещей из Казахстана в Россию. Понятно, чем занимаются? Понятно. И поставили вот здесь квиз. Пройди тест и узнай цену. Что такое квиз? Это выглядит вот таким образом. То есть человек нажимает, и он видит ряд вопросов. Например, на примере Алексея. Для каких целей нужна перевозка? Переезд квартиры, офисный переезд, перевозка мебели, перевозка склада и тому подобное. Например, с какого этажа нужно забрать груз? Выберите объем машины. Для чего это делается? Для того, чтобы сразу на этом этапе провести квалификацию клиента и понять, ну, кто хороший клиент, а кто нет. Так как клиент думает, что для него подбирается индивидуальное решение, он с удовольствием отвечает. А в конце что предлагается сделать? Оставьте телефон, и мы вам вышлем прайс, ну, в смысле, там, на WhatsApp или куда-то еще. Разумеется, вы получили контакт и начинаете с человеком работать.
чтобы вы понимали, какие результаты он получил из-за того, что просто мы внедрили вот этот сайт правильно. Он потратил за месяц на рекламу 1230 долларов, это около 500 тысяч тенге. Кликов было 11 тысяч, конверсия сайта 3,2%, заявок 353, продаж 30, есть еще потенциальный 0,9. Чистых денег он только с этого сайта заработал 7 миллионов. Вот, это факт. Это одно действие, которое привело его к такому колоссальному результату. Вот он, кстати, с Алексеем, если что, можете прочекать его личный аккаунт, аккаунт его компании. А до Монстры, как он работал просто, у него было сарафанное радио и просто были какие-то постоянные клиенты. После Монстры что он сделал? Он создал три сайта на разные поднаправления, то есть у него есть логистика с Россией, с Европой, переезд офисов, складов и тому подобное. Он запустил контекстную, баннерную и таргет-рекламу, то есть в рамках Монстры уже правильно и на правильные сайты. Он внедрил CRM-ку и скрипты продаж, то есть у него не было вообще этого ничего. Он нанял ассистента, потому что был зашит тупо в операционке. Он нанял троих дополнительных продажников и разделил логистов от отдела продаж, потому что у него и логисты, и продажники были как бы одно и то же, это неправильно. И многое другое он сделал, увеличил прибыль в 3 раза, вы в принципе видели его результат. Вот, это то, что мы успели с ним сделать за 1,5 месяца. Если он дальше будет расти, развиваться, он реально очень сделает крутой фурор. 8-й способ. Настрой контекстную рекламу. Кто знает, что это такое? Для тех, кто не знает, контекстная реклама – это когда вы рекламируетесь в Гугле и в Яндексе. Если, например, вам надо будет сейчас прорекламировать, например, вам если нужен будет сейчас ремонт, вам нужно будет в квартире сделать ремонт, где вы будете искать компанию? Вы зайдете в Google и там будете вбивать ремонт Алматы, там, не знаю, ремонтные работы, что-то такое, да? И если вашей компании нету в Гугле, вы автоматически теряете часть трафика. Это важно понимать. Поэтому есть такая штука, как контекстная реклама. Google AdWords, да, и Яндекс.Директ. Вот. Есть еще один у нас интересный тоже кейс. Я почему вам показываю на примерах, чтобы вы понимали, что, как это пример работает. Жарас, например, вот, тоже один из моих студентов. Типография. Его сайт IDS Media, там, bittrex24.site. Он на Bittrex это делал сайт. После использования контекстной рекламы в Гугле, вы видите цифры, 1 200 000 тенге чистыми за месяц только на контекстной рекламе, не включая постоянных клиентов. Вот его реклама. Если вы вобьете типографию в Алматы, вы увидите его рекламу. Вот она. Вот такой сайт у него. Вот так, собственно, все это выглядит. Окей. 9-й способ. 9-й способ – это личный бренд. Многие люди говорят про личный бренд и тому подобное, и не зря. Потому что личный бренд – это на текущий момент один из немногих инструментов, которые помогают бизнесу, у которых нет денег, обойти конкурентов. Кто со мной, ребята? То там шумят, капец, тяжело выступать. Кто со мной? Окей, супер, спасибо. Личный бренд, смотрите. Вот у кого реально нету больших бюджетов на развитие бизнеса, объективно. Вот, и личный бренд – это как раз тот инструмент, который вам в этом поможет. Вот кто согласен с тем, что сейчас просто сотни различных строительных компаний, каких-то юридических компаний, их просто сотни, их много. И у всех одни и те же сайты. Мы крутая юридическая компания, мы крутая строительная компания, мы там 500 лет на рынке, мы там что-то еще, все одно и то же. И нету сайтов, где один бы нормальный человек разместил бы себя на сайте и сказал: мы не строительная компания, а я основатель строительной компании, и я конкретно лично, вот мое лицо, вот мой инстаграм, и я отвечаю за то, что тебе сделают нормальный дом. Как вы думаете, уровень доверия клиента гораздо выше в этом случае, когда он знает, с кого спросить, если что? Конечно, и это инструмент, который позволяет вам с легкостью снимать себя в видосах, поставить себя на сайте, и это поможет вам обойти мастодонтов, которые давно на рынке себя зарекомендовали. И все. Это самый простой способ, когда ты говоришь: я обычный бауржан, я тебе обещаю, что я тебе сделаю нормально. И все, и человек в этот момент верит, потому что человек любит покупать у человека, да, а не у какой-то компании. Вот. Когда предприниматель говорит, что это его компания лично гарантирует успешность своего товара, его качество, люди начинают ему, разумеется, больше доверять, вот, чем остальным. Окей. 10-й способ. 10-й способ – это подключи баннерную рекламу. Кто бы, например, из вас хотел бы размещаться одновременно в единицу времени на десятках тысяч сайтов? Вот. Это как раз баннерная реклама. Есть, самые популярные – это рекламная сеть Яндекса, это RSIA и контекстно-медийная сеть Гугла. Это то, что позволяет вам разместиться на десятках тысяч сайтов одновременно, и на вас могут кликать, щелкать люди, и вы будете платить только за конкретный клик, за то, что вас кликают. Вот и все.
Ну и 11-й способ – это реклама в YouTube. На текущий момент, к счастью или к сожалению, эту рекламу никто не использует. Ну, то есть, там, в смысле, единицы каких-то компаний это используют. Если у вас есть нормальное, хорошее видео, вы можете через рекламу в YouTube получать очень дешевые заявки, потому что там тупо никого нету. Там реально 5 компаний, да, там 6 компаний, условно, да. Реклама в YouTube, она, это новый неосвоенный канал. Там, где все новое, там еще никого нету. Это еще не успели узнать и тому подобное. Это тоже источник на новой монсте, на 11-й, кстати, монсте. Мы будем говорить про рекламу в YouTube. На этой монсте мы не говорили, на этой будем. То есть на текущий момент мы успешно получаем оттуда заявки. Есть кто пришел с YouTube, кстати? О, видите, огонь, работает. Реклама в YouTube, ну, есть по-разному, то есть она может быть перед роликом, она может быть вот здесь справа, она может быть вот здесь. Вот смотрите, я вел кухни, и мне тут вылез, несли бюджет ремонта 12+, то есть, ну, там разные есть. Вот технодом рекламируется, ну, то есть в YouTube можно рекламироваться по-разному. То есть сейчас очень видео набирает обороты, и поэтому в YouTube все больше людей переходит. Кто смотрит YouTube, поднимите руку. Видите, офигеть, 98% людей. Ну и теперь, собственно, обещанные файлы, как я вам обещал. Вообще, ребят, понравилось вам, нет? Супер, спасибо. Похлопайте, если понравилось. Спасибо. Чтобы получить 5 крутых файлов, вот эти, даю вам пошаговую инструкцию, как это сделать. У кого из вас есть телеграм-канал? У кого есть телеграм? Отлично, супер, ну у всех есть. Как это можно сделать? То есть это можно получить, ну, автоматически, да, чтобы мы не рассылали каждому из вас. Мы же все-таки, ну, продвинутая компания. Вам необходимо зайти в Telegram, можете прямо сейчас это сделать, ввести в поиске просто вот так Monsta B-Bot, то есть две буквы B, Monsta B-Bot. Просто подписаться на этого бота, и он вам после мастер-класса должен выслать вот эти вот файлы. Все, автоматом. Ну, то есть вы их можете потом себе забрать, скачать, изучать, они с вами останутся навсегда. Вот, кого получилось? О, огонь, огонь, огонь. Давайте, прям можете сейчас сделать для того, чтобы, ну, как бы... А? У кого нет, напишите мне в директ, я вам вручную вышлю. Окей? Директ, в Инстаграме есть вы? Блин. Ну, тогда есть решение. Вы можете подойти к нашей команде, мы запишем вашу почту, ну, и вышлем вам тогда на почту. Ну, как вариант, да? А? Ну, не, WhatsApp не получится. Вот. У кого получилось? Огонь, да, попробуйте. Ну, в смысле, сделайте, он вам даст эти файлы. Окей. Ну и заканчивая, ребят, свою презентацию, буквально осталось у меня 5 слайдов. Я важную мысль, какую я хочу сказать, что вернувшись сейчас домой, вас снова засосет рутина. У кого-то это семья, дети, у кого-то это офис, у кого-то это операционка, текущие проблемы, дела. Это важно понимать, что, ну, действительно такое есть. И глупо ожидать новый результат, продолжая действовать по-старому. То есть все будет то же самое, ничего не поменяется, если вы не будете действовать. То есть от бездействия нет результата. Это важно понимать, что тоже, делая то же самое, будет тот же самый результат. Это важная мысль, которую я хочу донести. Я хочу сказать, что закрытая встреча с VIP-наставниками, если вот реально на текущий момент есть вот 5 человек, которые готовы записаться только из-за этой встречи, я готов выделить еще дополнительные 5 мест. Есть такие? Нет, ну если вы уже вошли, нет, в смысле, кто вошел, кто не... Вот, я готов еще выделить 5 дополнительных мест, кто руки поднял. Подойдите, запишите, и мы расширим количество мест, и вы, собственно, войдете... Ну, еще дополнительно, и у вас будет встреча с VIP-наставниками. Я также напоминаю о том, что все те, которые сегодня запишутся, вы получаете вот этот онлайн-курс «Выбор дела клиента за 24 часа» абсолютно бесплатно. Стоимость этого курса 50 тысяч тенге. Мы откроем вам доступ, грубо говоря, прямо завтра. Вы еще до старта программы сможете выбрать нишу и получить первых клиентов. Ну и сейчас, ребят, у вас есть по факту только 2 пути. И прежде чем я расскажу про эти 2 пути, хочу сказать следующее. Сейчас мероприятие уже закончилось, и если вдруг у вас есть вопросы какие-то касательно нашей программы, касательно нашего курса, здесь есть наши ребята, которые могут без проблем вас проконсультировать рядом возле этого стола. Если же вам прямо очень сильно принципиально задать этот вопрос мне, можете задать его мне, я буду здесь, ну, собственно, на сцене. Вроде я все сказал. Сейчас у вас есть только 2 пути. Первый путь – это вариться в собственных мыслях дальше, сомневаться, копошиться в себе, и искать причины, почему вы не записываетесь, вместо того, чтобы искать возможности. Ну и второй путь – это пойти на Monsta 11. У меня все.
Спасибо, ребят.